Брошенная повесть. Перевод со старояпонского Львовой, стихи в переводе Долина. Свиток первый. Миновала ночь, наступил новый, восьмой год Бун-Эй. И как только рассеялась туманная дымка праздничного новогоднего утра, дамы, служившие во дворце Томи словно только и ждали наступления этого счастливого часа, вышли в зал для дежурных, соперничая друг с другом, блеском нарядов. «Бунэй» — девиз, означающий просвещенное процветание, соответствует 1264-1275 годам по европейскому летоисчислению. Таким образом, восьмой год «бун эй. 1271 год. Я тоже вышла и села рядом со всеми. Помню, в то утро я надела семислойное нижнее одеяние. Цвет изменялся от бледно-розового к темно-красному. Сверху длинное пурпурного цвета косоде и еще одно светло-зеленое. А поверх всего красное карагину, парадную накидку с рукавами. Косоде — прообраз современного кимоно. В средневековой Японии придворные дамы носили, как правило, несколько косоде, надеваемых одно на другое. В торжественных же случаях полный парадный туалет дамы состоял из 12-13 одеяний, под тяжестью которых женщина буквально сгибалась. Косоде было заткано узором, изображавшим ветви цветущей сливы над изгородью в китайском стиле. Обряд подношения праздничной чарки исполнял мой отец Нагон, нарочно приехавший для этого во дворец. Когда торжественная часть церемонии закончилась, государь Го Фукакуса удалился в свои покои, позвал отца, Пригласили также женщин, и пошел пир горой, так что государь совсем захмелел. Государь Го Фукакуса — Согласно традиционной японской историографии, 89-й император Японии, 1243-1304 годы, был объявлен императором в четырехлетнем возрасте, 17 лет уступил престол младшему брату императору Камаяме, после чего стал именоваться прежним императором. Мой отец Дайнагон, во время торжества он по обычаю трижды подносил государю Саке, теперь предложил «За этой праздничной трапезой выпьем трижды три раза». «Нет, на сей раз поступим иначе», — отвечал ему государь. Выпьем трижды по девять раз. Пусть будет двадцать семь чарок. Когда все уже окончательно опьянели, он пожаловал отцу чарку со своего стола и сказал, «Пусть дикий гусь, которого я так терпеливо и долго ждал, прилетит, наконец, этой весной в мой дом». Отец с низким поклоном вернул государю полную чарку и удалился, кланяясь с особым почтением. Я видела, прежде чем он ушел, государь что-то тихонько сказал ему, но откуда мне было знать, о чем они говорили? Праздник закончился, я вернулась к себе и увидела письмо. Еще вчера я не решался писать тебе, но сегодня, наконец, открою сердце. Так начиналось послание. Тут же лежал подарок — восемь тонких прозрачных нижних одеяний, постепенно переходящих от алого к белому цвету. Темно-красное одинарное верхнее одеяние, еще одно светло-зеленое Парадная накидка, шаровары хакама, три косоде одной расцветки, два косоде другого цвета, все завернуто в кусок ткани, вот неожиданность. К рукаву одной из одежд был прикреплен тонкий лист бумаги со стихами. Если нам не дано, как птицам бок о бок повящим, крылья соединить. Пусть хотя бы наряд журавлиной о а любви напомнит порою. Нужно было быть вовсе бесчувственной, чтобы оставить без ответа такой подарок, продуманный столь тщательно и любовно. Но я все-таки отправила обратно весь сверток и написала: Ах, пристало ли мне в златотканные платье рядиться, доверяясь любви! как бы после в слезах горючих не пришлось омыть те одежды. Но если бы ваша любовь и впрямь была вечной, я с радостью носила бы эти одежды. Около полуночи той же ночью кто-то вдруг постучал в калитку. Девочка-прислужница, ничего не подозревая, отворила калитку. Какой-то человек подал мне это и тотчас же исчез, сказала она, протягивая мне сверток. Оказалось, что тот самый сверток, что я отослала, и вдобавок стихотворение. Если клятвы любви будут в сердце твоем неизменны, эти платья надев, успокойся и в час полночный без меня почивай на ложе. На сей раз я уж не знала, куда и кому возвращать эти наряды. Пришлось оставить их у себя. Я надела эти одежды в третий день Нового года, когда стало известно, что к нам во дворец Томикодзи пожалует государь инок Го Сага, отец нашего государя. Государь инок Го Сага. 88-й император Японии, отец императоров Го Фукакусы и Камаямы. Вступив на престол в 1243 году, он уже в 1247 году уступил престол своему четырехлетнему сыну, по традиции после отречения постригся в монахи и стал именоваться государем иноком. И цвет, и блеск ткани на диво хороши. Это государь Гофу Какуса подарил тебе такой наряд, — сказал мой отец Дайнагон. Я невольно смутилась и ответила самым небрежным тоном. — Нет, это подарок августейшей бабушки, госпожи Китаямы. Вечером пятнадцатого дня из дома за мной прислали людей. Я была недовольна, что за спешка. Но отказаться не посмела, пришлось поехать. Усадьба удивила меня необычно праздничным видом. Все убранство, ширмы, занавеси, циновки — одно к одному нарядное, пышное. Но я подумала, что, вероятно, все это устроено по случаю наступления Нового года этот день прошел без каких-либо особых событий. На завтра с самого утра поднялась суматоха, совещались об угощении, о всяких мелочах, обсуждали, где разместить кареты вельмож, куда поставить верховых коней. «В чем дело?» — спросила я. И отец, улыбнувшись, ответил, «Видишь ли, по правде сказать, сегодня вечером государь Го-Фу-Какуса осчастливит а своим посещением нашу усадьбу по случаю перемены места. Перемены места в средневековой Японии были широко распространены различные суеверные представления и гадания, астрология, геомантика и тому подобное. По указанию жрецов-предсказателей нужно было во избежание несчастья изменить место пребывания, переехать с запада на восток, с севера на юг или наоборот и так далее. Оттого и убрали все, как подобает. К тому же сейчас как раз начало Нового года, а тебя я велел позвать, чтобы прислуживать государю. Странно, ведь до дня равноденствия еще далеко. С чего это вздумалось государю совершать перемену места, сказала я. Тут все засмеялись. Да она еще совершеннейшее дитя. Но я все еще не понимала, в чем дело, а меж тем в моей спальне тоже поставили роскошные ширмы, небольшую переносную перегородку, все нарядное, новое. «Ой, разве в мою комнату пожалуют гости?» «Ее так разукрасили», — сказала я, — но все только загадочно улыбались, и никто не стал мне ничего объяснять. С наступлением вечера мне велели надеть белое одинарное кимоно и темно-пурпурные шаровары хакама. Поставили дорогие ароматические курения, в доме стало как-то по-особому торжественно, празднично. Когда наступило время зажечь светильники, моя мачеха принесла мне ослепительно прекрасное косоде. «Вот на день», — сказала она. А немного погодя, пришел отец и, развешивая на подставке одеяние для государя, сказал, «Не ложись спать до приезда государя, будешь ему прислуживать, и помни». Женщина должна быть уступчивой, мягкой, послушно повиноваться всему, что бы ни приказали. Так говорил он, но тогда я еще вовсе не понимала, что означали его наставления. Я ощутила только какое-то смутное недовольство. Прилегла возле ящика с древесным углем для жаровни и сама не заметила, как уснула. Что было потом, не помню. Я не знала даже, что тем временем государь уже прибыл. Отец поспешил встретить его, предложил угощение, а я все это время спала безмятежно, как младенец. Кругом суетили, шумели, разбудите же Нидзё. Но государь сказал, ничего, ничего, пусть спит, оставьте ее. И никто не решился меня трогать. А я, накрывшись с головой одеянием, ни о чем не ведая, все спала, прислонившись к ящику с углем, задвинутому за перегородку у входа в мои покои. Внезапно я открыла глаза. Кругом царил полумрак, наверное, опустили занавеси. Светильник почти угас, а рядом со мной, в глубине комнаты, как ни в чем не бывало, расположился какой-то человек. «Это еще что такое?» — подумала я. Мигом вскочила и хотела уйти. Как вдруг слышу «Проснись же!» «Я давным-давно полюбил тебя, когда ты была еще малым ребенком и долгих четырнадцать лет ждал этого часа». И он принялся в самых изысканных выражениях говорить мне о любви. У меня не хватило бы слов, чтобы передать все эти речи, но... Я слушать ничего не хотела и только плакала в три ручья, даже рукава его одежды, и те вымочила слезами. «Долгие годы я скрывал свои чувства», — сказал государь, не зная, как меня успокоить, и, конечно же, не пытаясь прибегнуть к силе. «И вот приехал, надеюсь, что хоть теперь представится случай поведать тебе о моей любви. Не стоит так холодно ко мне относиться. Все равно все уже об этом узнали. Теперь ни к чему твои слезы. Вот оно что! Стало быть, он хочет удостоить меня своей монаршей любви, не в тайне от всех. Всем уже об этом известно. Стало быть, завтра, когда эта ночь растает, словно призрачный сон, мне придется изведать такую муку. Я заранее страдала от этой мысли. Сейчас я сама дивлюсь, неужели, совсем не зная, что ждет меня в будущем, я уже предчувствовала грядущие горести. Почему никто не предупредил меня? Почему не велели отцу моему, дай нагону, откровенно поговорить со мной, сокрушалась и плакала я? Теперь я не смогу смотреть людям в глаза. И государь, очевидно, решив, что я слишком уж по-детски наивна, так и не смог ничего от меня добиться. Вместе с тем встать и уйти ему, по-видимому, тоже было неудобно. Он продолжал лежать рядом, и это было мне нестерпимо. За всю ночь я не промолвила ни единого слова в ответ на все его речи. Но вот уже занялась заря, — послышался чей-то голос, — разве государь не изволит вернуться сегодня утром? — Да, «Ничего не скажешь. Приятное возвращение после отрадной встречи, как бы про себя проговорил государь». «Признаться, никак не ожидал встретить столь нелюбезное обращение». Как видно, наша давняя дружба для тебя ничего не значит. А ведь мы подружились еще в ту пору, когда ты причесывалась по-детски». Тебе бы следовало вести себя так, чтобы со стороны все выглядело пристойно. Если ты будешь все время прятаться и молчать, что подумают люди?» То упрекал он меня с обидой в голосе, то всячески утешал, но я по-прежнему не произнесла ни слова. «Беда с тобой, право», — сказал государь. Встал, надел кафтаны и другие одежды и приказал подавать карету. Слышно было, как отец спрашивал, изволит ли государь откушать завтрак и что-то еще. Но мне уже казалось, что это не прежний государь, а какой-то новый, совсем другой человек, с которым я уже не могу говорить так же просто, как раньше. И мне было до слез жаль самое себя, ту прежнюю, какой я была до вчерашнего дня, когда еще ничего этого не знала. Я слышала, как государь отбыл, но по-прежнему лежала, не двигаясь, натянув одежды на голову, и была невольно поражена, когда очень скоро от государя доставили утреннее послание. Утреннее послание. Согласно этикету, неукоснительно соблюдавшемуся в аристократической среде, молодой муж после бракосочетания происходившего, как правило, в доме невесты, присылал новобрачное стихотворное послание с выражением любви. Женщине полагалось ответить тоже стихами. Любовники также обменивались такими посланиями. «Пришли мои мачеха и монахиня бабушка. Что с тобой, от чего не встаешь?» — спрашивали они. И мне было мучительно слышать эти вопросы. «Мне не здоровится еще с вечера», — ответила я. Но, как видно, они посчитали это обычным недомоганием после первой брачной ночи, и это тоже было мне досадно до слез. Все носились с письмом государя, волновались и суетились, а я не желала даже взглянуть на это послание. Человек, доставивший письмо, в растерянности спрашивал, «Что такое, в чем дело?» и настойчиво приставал к отцу. «Покажите же послание государя госпоже Нидзё!» Мне казалось прямо невыносимой вся эта суматоха. «Кажется, она не совсем здорова», — отвечал отец и пришел ко мне. «Все встревожены из-за письма государя. А ты что же?» «Уж не собираешься ли ты чего доброго вовсе оставить без ответа его послание?» — сказал он, и слышно было, как он шуршит бумагой, разворачивая письмо. На тонком листе лилового цвета было написано «За долгие годы мне право ты стала близка, пускай в изголовье рукава твои не лежали, не забыть мне их аромата». Наша барышня совсем не похожа, на нынешних молодых девиц восклицали мои домашние, прочитав это стихотворение. Я же не знала, как мне теперь вести себя. И по-прежнему не поднималась с постели, а родные беспокоились. Не может же кто-то другой написать за нее ответ? Это ни на что не похоже. В конце концов посланцу вручили только подарки и отпустили, сказав, она совершеннейшее дитя, все еще как будто не в духе, и потому не видела письма государя. А днем пришло письмо от него, от Санекане Сойонзи, хотя я вовсе этого не ждала. Санекане Сойонзи представитель одного из наиболее влиятельных аристократических семейств, описывая свои интимные отношения с этим придворным, Нидзё называет его вымышленным прозвищем «Акебоно» — «Снежный рассвет», там же, где он выступает как официальное лицо, используется его настоящее имя. По мнению японских комментаторов, это сделано нарочно с целью замаскировать подлинное имя этой влиятельной персоны, современника Нидзё, еще здравствовавшего в то время, когда она создавала свою рукопись. «О, если к другому склонишься ты сердцем, то знай, в тоске безутешной я, должно быть, погибну скоро, словно дым на ветру растаю». Дальше было написано, до сих пор я жил надеждой когда-нибудь с тобой соединиться, но теперь о чем мне мечтать, ради чего жить на свете? Письмо было написано на тонком синеватом листе бумаги, на котором цветной вязью была оттиснута старинная танка. Уйдите от тучи, с вершины, синобу, горы с вершины терпенья из души моей омраченной без следа исчезните тучи. Его собственное стихотворение было написано поверх этих стихов. Я оторвала от бумаги кусочек как раз тот, на котором стояли слова «Гора Синобу» и написала «Ах, ты ведь не знаешь, что в сердце творится моем» объята смятеньем, я другому не покорилась, ускользнула, как дым вечерний. И сама не могла бы сказать, как я решилась отправить ему такой ответ. Так прошел день. Я не притронулась даже к лекарственному настою. Уж и впрямь не захворала ли она по-настоящему, — говорили домашние. Но когда день померк, раздался голос — поезд Его Величества. И не успела я подумать, что же теперь случится, как государь, открыв раздвижные перегородки, как ни в чем не бывало, вошел ко мне с самым дружелюбным, привычным видом. «Говорят, ты нездорова, что с тобой?» — спросил он. Но я была не в силах ответить и продолжала лежать, пряча лицо. Государь прилег рядом, стал ласково меня уговаривать, спрашивать. Мне хотелось сказать ему, «Хорошо, я согласна, если только все, что вы говорите, правда». Я уже готова была вымолвить эти слова, но в смятении подумала, «Ведь он будет так страдать, узнав, что я всецело предалась государю, и потому не сказала ни слова». В эту ночь государь был со мной очень груб, Мои тонкие одежды совсем измялись, и в конце концов все свершилось по его воле. А между тем постепенно стало светать. Я смотрела с горечью даже на ясный месяц. Мне хотелось бы спрятать луну за тучи. Но, увы, это тоже было не в моей власти. Увы, против воли, пришлось распустить мне шнурки из поднего платья и каким повлечет потоком обесчестье славу дурную. Неотступно думала я. Даже ныне я удивляюсь, что в такие минуты была способна так здраво мыслить. Государь всячески утешал меня. В нашем мире любовный союз складывается по-разному, говорил он, но наша с тобой связь никогда не прервется. Пусть мы не сможем все ночи проводить вместе, сердце мое все равно будет всегда принадлежать одной тебе безраздельно. Ночь короткая, как сон мимолетный, посветлела, ударил рассветный колокол. «Скоро будет совсем светло, не стоит смущать людей, оставаясь у тебя слишком долго», — сказал государь, встал и, выходя, промолвил. «Ты, конечно, не слишком опечален расставанием, но все-таки встань, хотя бы проводи меня на прощанье». Я и сама подумала, что и впрямь больше нельзя вести себя так неприветливо. Встала и вышла, набросив только легкое одеяние поверх моего ночного платья, насквозь промокшего от слез, потому что я плакала всю ночь напролет. Полная луна клонилась к западу. На восточной стороне неба протянулись полосками облака. Государь был в теплой одежде зеленого цвета на алом исподе, в сосинуке с гербами. Сверху он набросил светло-серое одеяние. Странное дело, в это утро его облик почему-то особенно ярко запечатлелся в моей памяти. Так вот, стало быть, каков союз женщины и мужчины, думала я. Сосинуки, широкие шаровары, собранные у щиколотки, одежда — Знатного мужчины. Дай нагон дзенседзи, мой дядя, в светло-голубом охотничьем кафтане подал карету. Из числа придворных государя сопровождал только вельможа Тамеката. Остальная свита состояла из нескольких стражников-самураев, до низших слуг. Когда подали карету, громко запели птицы, как будто нарочно дожидались этой минуты, чтобы возвестить наступление утра. В ближнем храме богини Каннон ударили в колокол. Мне казалось, он звучит совсем рядом. На душе было невыразимо грустно. Богиня каннон, иначе кандзеон, санскрит, авала киташвара, буквально внимающая звуком мирским, буддийское божество, часто изображалось со множеством рук, с одиннадцатью головами и так далее. Культ Каннон был чрезвычайно популярен в средневековой Японии. Эта богиня почиталась как заступница всех страждущих олицетворение милосердия. Из-за любви государя промокли от слез рукава. Вспомнились мне строчки повести о Гэнзи. Повесть о Гэнзи — знаменитый роман начала XI века. Автор — придворная дама Мурасаки Сикибу. Был широко известен в аристократической среде. Наверное, там написано именно о таких чувствах. Проводи меня, ведь мне так грустно расставаться с тобой. Все еще не отъезжая, позвал меня государь. Возможно, он понимал, что творится в моей душе, но я вся во власти сметенных чувств продолжала стоять, не двигаясь, а меж тем с каждой минутой становилась светлей и месяц, сиявший на безоблачном небе, почти совсем побелел. Внезапно государь обнял меня, подхватил на руки, посадил в карету, и она тут же тронулась с места, точь в точь, как в старинном романе, так неожиданно. «Что со мной будет?» — думала я. Уж звон колокольный вещает, что близок рассвет. Лишь горечь осталась от печальных снов этой ночи проведенные в слезах и пениях. Пока мы ехали, государь твердил мне о любви, обещал любить меня вечно, совсем как будто впервые в жизни похищал женщину. Все это звучало прекрасно, но, по правде сказать, чем дальше мы ехали, тем тяжелее становилось у меня на душе, и кроме слез я ничем не могла ему ответить. Наконец мы прибыли во дворец на улице Томикодзи. Карета въехала в главные ворота углового дворца. Нидзом, совсем еще неразумный ребенок, выходя из кареты, сказал государь "Дай нагону дзэнсёдзи. Мне было жаль ее покидать, и я привез ее с собой. Хотелось бы, чтобы некоторое время государыня об этом не знала, а ты о ней позаботься. И с этими словами он удалился в свои покои. Дворец, к которому я привыкла с младенческих лет, теперь показался мне чужим, незнакомым. Мне было страшно, стыдно встречаться с людьми, не хотелось выходить из кареты, я неотступно думала, что со мной теперь будет, а слезы все текли и текли. Внезапно до меня донесся голос отца. Стало быть, он приехал следом за нами, значит, все-таки тревожится обо мне. Я была глубоко тронута отцовской заботой. Дайнагон Дзенседзи передал отцу слова государя, но отец сказал, «Нет, напротив, никакого особого обращения не нужно. Пусть все остается по-старому, пусть она прислуживает ему, как до сих пор. Чем больше делать из всего тайну, тем скорее пойдут слухи и пересуды». Затем послышались шаги, отец вышел. В самом деле отец прав. Что меня теперь ждет, — подумала я, — и снова горестно сжалось сердце. Я места себе не находила от снедавшей меня тревоги. Но в это время ко мне опять вошел государь, снова зазвучали слова о вечной неугасимой любви, и мало-помалу я успокоилась. Такова уж видна моя судьба. Наверное, этот союз уготован мне еще в прошлой жизни, а стало быть, неизбежен, — решила я. Этот союз уготован мне еще в прошлой жизни. Согласно буддийской религии, человек после смерти проходит ряд перевоплощений, вновь возрождается к жизни в одном из шести миров — ад, царство голодных демонов, царство скотов, царство демона Асуры, мир людей и, наконец, небеса. Эти представления тесно связаны с другой кардинальной догмой буддизма, законом причины и следствия, кармой. Рождаясь на свет, человек неотвратимо несет с собой груз своих деяний в минувшем существовании. В свою очередь, его поведение в текущей жизни определяет в каком из шести миров ему предстоит родиться в следующем перевоплощении. В соответствии с идеей кармы, даже случайные встречи трактуются как следствие каких-то связей, существовавших между данными людьми в минувших воплощениях. Тем более это относится к супружеству или любовному союзу. «Так прошло не менее десяти дней». Государь проводил со мной ночь за ночью, и мне самой было странно, отчего в моем сердце все еще живет образ того, кто написал мне «О, если к другому склонишься ты сердцем, то знай». Мой отец Дайнагон считал, что теперь мне не следует жить во дворце, как раньше, и я, в конце концов, оставила придворную службу. Мне было там грустно, я не смела по-прежнему открыто смотреть людям в лицо, и под предлогом болезни возвратилась домой. Вскоре от государя пришло ласковое письмо. Я привык, чтобы ты всегда была рядом, писал он. Мне кажется, прошла уже целая вечность с тех пор, как мы расстались. Поскорее возвращайся. Письмо заканчивалось стихотворением. Знаю, что обо мне ты в разлуке не станешь томиться. Рассказать бы тебе. Сколько слез я пролил украдкой, Рукава одежд увлажняя. Еще недавно письмо государя внушало мне отвращение, а теперь я с нетерпением ждала от него послания, тотчас прочитала, и сердце забилось радостью. Я ответила, «Ах, едва ли по мне слезы вы проливаете ночью, но при вести такой я сама слезами печали увлажнила рукав атласный. Вскоре после этого я вернулась во дворец, теперь уже без особых волнений, но на душе было все время тревожно, и в самом деле очень скоро злые языки принялись судачить на мой счет. «Дай нагон! Масатада!» Недаром носился со своей Нидзю, недаром дорожил ею, словно не весь с какой драгоценностью. Прислал ее во дворец с такими почестями, прямо как будто она младшая государыня. Как он о ней заботится. Младшая государыня. При дворе японских императоров существовало многоженством. Жены императора имели ранги высший кого, императрица средний Тюгу, буквально та, что во дворце, младший Нёго, буквально благородная госпожа, звание Нёго могли носить также служившие при дворе аристократки. Обычно законных супруг императора было две, иногда три, как правило, все они происходили из аристократического рода Фудзивара, ко времени описываемых событий из семейства Сайон-Дзи, одной из ветвей дома Фудзивара. Злобные намеки сделали свое дело. Государыня с каждым днем относилась ко мне все хуже, а у меня на душе становилось все тревожнее и холоднее. Моя связь с государем продолжалась. Он по-прежнему относился ко мне с любовью, но мне было грустно, когда он долго не звал меня. Конечно, я не могла пожаловаться, как многие другие женщины во дворце, что государь вовсе забыл меня. Он часто проводил со мной ночи. Но всякий раз, когда мне приходилось провожать к нему какую-нибудь даму из свиты, я с болью сознавала, что однажды, вступив на путь любви, нужно быть готовой к страданиям. И все-таки, думалось мне, кто знает, может быть, когда-нибудь я буду вспоминать это время, полное тяжких переживаний, как самые счастливые дни моей жизни. По прошествии лет на тяготы бренного мира я иначе взгляну. Ведь недаром дороги сердцу все печали, все горести жизни. Так жила я, дни сменялись ночами, а меж тем уже наступила осень. Государа не предстояло разрешиться от бремени в восьмую луну. В ожидании родов она переехала в угловой павильон. Во дворце все очень тревожились, ибо государыня была уже не так молода, и к тому же предыдущие роды проходили у нее тяжело, неудачно. Поэтому служили молебны. Непрерывно возносили молитвы, общеизвестные и самые сокровенные. Молились целителю Якуси во всех его семей ипостасях, Богу Фугену, продлевателю жизни, защитнику веры Конго Додзи, Богу Аэдзену и пяти светлым богам Фудо, Гундари, Конго Яся, Годзадзе и Даитоку. Целитель Якуси, Будда Якуси, санскрит Бхая Сяджая Гуру, считался врачевателем всех недугов. Его изображали с лекарственной чашей в левой руке. Бадхисатва Фуген, санскрит Самантабхадра, вместе с Бадхисатвой Мондзю, санскрит Манджурши, сопровождает Будду Шакьямуни образуя одну из традиционных буддийских триад. Фуген олицетворяет догмы, установление и практику буддийского вероучения. Его часто изображают верхом на слоне с шестью клыками. Среди многих его благодатей в особенности выделяется дар продления жизни. Бадхисатва в буддизме – праведник, достигший совершенной мудрости благодаря соблюдению заповедей добродетели. Буддийские божества Бадхисатвы могли пребывать в совершенном покое и нирване, но движимые любовью и состраданием к людям являют себя в мире, чтобы помочь людям обрести путь к спасению, то есть к избавлению от страданий земной жизни. Айдзен, санскрит «рагараджа» один из так называемых пяти светлых богов, заимствованных буддизмом из древних индуистских верований. Ему молились об отвращении беды, и благополучии. По заведенному обычаю молебные богу Фудо совершались иждивением края Оварии, но на сей раз мой отец, правитель Оварии, пожелал проявить особое усердие и взял на себя также устройство молебнов богу Конго Додзи. Для заклятия злых духов во дворец пригласили праведного монаха из храма Вечный обитель Дзюдзюдзи. 20 числа поднялся переполох. Начались роды. Мы ждали, что ребенок вот-вот родится, но миновал день, другой, третий. Не описать всеобщего беспокойства. Тут сообщили, что состояние роженицы непонятно почему внезапно резко ухудшилось. Доложили об этом государю. Он распорядился, чтобы заклинатель творил молитвы в непосредственной близости от роженицы, как можно ближе к ней, отделенной только переносным занавесом. Кроме него к призвали праведного священника из храма Добра и Мира Нинадзе, он расположился совсем рядом, с внутренней стороны занавеса. «Боюсь, она совсем безнадежна», — обратился к нему государь. «Что делать?» «Будды и бодхисаттвы властны изменять даже закон кармы. Они торжественно в том поклялись», — ответил ему монах. «Ни о чем не тревожьтесь, все завершится благополучно». И он начал читать молитвы. Одновременно по другую сторону занавеса заклинатель молился перед рисованным изображением бога Фудо. Если не ошибаюсь, то было прославленное изображение, к которому взывал праведный монах Сёку, когда бог Фудо, воплотившись в него, сохранил ему жизнь. Перебирая четки, заклинатель вещал, «Каждого, каждого карма ведет, Судьбы изначальной нить». Много превратностей в жизни ждет, но карму как изменить? Ты в моленьях усердию удвой трой, о спасении вечном родей, и тогда заслужишь в жизни земной перемену кармы своей. С детских лет... Я проводил в молитвах все ночи, продолжал заклинатель, а, возмужав, долгими днями подвергал свою плоть суровым испытаниям. Стало быть, светлый Бог не может не внять моим молитвам, — говорил он, и, казалось, государыня вот-вот разродится, а заклинатель еще усерднее раздувал ритуальный огонь, так что клубы дыма вздымались к небу. В это время придворные дамы Подавали из-под бамбуковых штор отрезы шелка сердца и сшитое одеяние. Церемоний принимал эти дары и раздавал их придворным, а стражники-самураи, средних и младших рангов, вручали дары священникам, читавшим молитвы. У парадной лестницы, в ожидании известия рождения принца, сидели вельможи. На дворе расставили жертвенные столики-жрецы, иньян и произносили тысячекратную молитву очищения. Предметы, прошедшие очищение, снова передавали дамам, и те принимали их на рукав, опять-таки просунутые из-под шторы. Стражники и личные слуги государя проводили перед ним божьих коней, предназначавшихся в дар двадцати одному храму. Что говорить, каждая женщина была бы счастлива удостоиться такого торжества, так прекрасно все это было. Преподобный Дзидзен, глава вероучения Тендай, прибыл в сопровождении трех монахов, отличавшихся особенно звучными голосами. Они начали читать сутру целителя Якуси, и как только дошли до слов «Ликуйте все, кто это видит», в тот же миг... Младенец родился. Раздался всеобщий крик радости — но тут все увидели, что глиняную миску скатили по северному скату крыши. Конечно, огорчительно было, что родилась девочка, а не мальчик, но все равно всех творивших молитвы и заклинания наградили так же щедро, как если продился принц. Проводили божьих коней. При синтоистских храмах принято содержать коня, посвященного Богу, в честь которого воздвигнут храм. Пожертвование коней, якобы обладающих магической защитной силой, считалось богоугодным делом. Глиняную миску скатили по северному скату крыши. Согласно древнему обычаю, в случае рождения мальчика глиняный сосуд сбрасывали с южного ската крыши. Если рождалась девочка, сосуд бросали по северному скату. Подлинно счастливым событием считалось рождение мальчика. И так родилась принцесса. Прежний государь Го Сага был в восторге от внучки. Церемонии пятой и седьмой ночи совершались с особой пышностью. После окончания церемонии седьмой ночи государь беседовал с отцом в одном из покоев дворца Томино Кодзи, как вдруг в час быка в померанцевом саду подул сильный ветер и раздался такой оглушительный грохот, как будто волны ударились а прибрежные скалы. Час быка — время между двенадцатью часами ночи и двумя часами утра. «Что это? Пойди посмотри!» — приказал мне государь. Я вышла и увидела привидение — не меньше десятка. Во все стороны скакали они по саду, синевато-белые, с головой напоминавшей черпак, с длинными тонкими хвостами. Я закричала от страха и бросилась назад в комнату. На веранде дворца стояли придворные, в ужасе глядя в сад. Это души умерших, крикнул кто-то. Смотрите, смотрите, там, подывой на земле, разбросано что-то похожее на вареные овощи, в испуге шумели люди. Спешно произвели гадание, и оказалось, что душа государя отца Го Саги временно покинула тело. Тотчас же начали молиться Богу горы Тайшань и служить молебны, призывающие душу вернуться а в начале девятой луны я услышала, что государь-отец захворал. Говорили, что у него «бери-бери». Делали прижигание моксой, лечили и так, и этак весьма усердно, но все напрасно. Больному с каждым днем становилось хуже. Так закончился этот год. Береберим — заболевание, возникающее из-за отсутствия витаминов в пище. Главным образом, витамина В. Наступил Новый год, но в состоянии больного незаметно было ни малейших признаков улучшения. К концу первой луны стало ясно, что надежды на выздоровление нет, и больного в Паланкине перевезли во дворец Сага. Государь Го Фукакуса тоже сразу поехал следом. Я сопровождала его в одной карете. Матушка и супруга государя ехали вместе в другой карете. Придворные лекари Танне Нари и Мора Нари изготовили лекарственный настой, чтобы давать больному в дороге. На глазах у него разлили настой по двум бутылям, и Цунето приказал двум стражникам-самураям нести напиток. Однако, когда по прибытии в Утино решили дать больному лекарство, оказалось, что в обеих бутылях не осталось ни капли. Поистине странное непонятное происшествие. Больной государь был очень испуган и, кажется, совсем пал духом. Мне рассказывали, что самочувствие его сразу резко ухудшилось. Государь Го Фукакуса расположился в павильоне Ойдоно и посылал всех подряд, кто попадался ему на глаза, будь то мужчина или женщина, узнавать о состоянии больного отца. Нужно было пройти по длинной галерее, а внизу и днем и ночью так уныло шумели волны реки, что меня невольно пробирала дрожь. С началом второй луны больному стало так худо, что с минуты на минуту ждали, когда наступит конец. Помню, проведать больного приехали оба наместника из Южной и Северной Рокухары, если не ошибаюсь, в девятый день оба выражали глубокую скорбь. Оба наместника из Северной и Южной Рокухары. Представители военного самурайского правительства с конца XII столетия, фактически осуществлявшего верховную власть в стране Рокухара, обширный район в юго-западной части столицы, где находилась резиденция наместников, делился на северную и южную половины. Наместников принял Дайнагон Санекане Сойонзи. Он же передал больному их соболезнования. В одиннадцатый день прибыл сам царствующий император Камаяма. Он провел у больного отца весь следующий двенадцатый день и на тринадцатый день отбыл, так что хлопот у всех было по горло, но во дворце было мрачно, посещение императора не отмечалось ни музыкой, ни какими-либо торжествами. Государь Го Фукакуса встретился с Микадо, и когда я увидела, что братья непрестанно льют слезы, сама невольно заплакала. Император Камэяма 1259-1306 годы. 90-й император Японии, младший брат бывшего императора Го Фукакусы. Годы правления 1260-1274. Прошел день, другой, и вскоре, 15 числа, мы заметили вдали над столицей густой черный столб дыма. «Чья это усадьба горит?» — спросила я, и услыхала в ответ. «Убили наместника Токиская и подожгли его дом» ни кистью ни словами не передать как жалость у меня сердце о бренность нашего мира человек совсем недавно всего лишь в минувший девятый день приезжавший проведать государя инока Го сагу умирает раньше больного дни которого уже сочтены конечно никто не знает кто раньше сойдет в могилу юноша или старец это давно известная истина и все же я была охвачена глубокой скорбью у больного государя еще в ночь на тринадцатое число отнялся язык, поэтому рассказывать об этом печальном событии ему, разумеется, не стали. А в семнадцатый день с самого утра поднялся страшный переполох, близился смертный час. Для последнего наставления умирающему прибыли епископ Кёкай и настоятель храма вечной жизни, они читали молитвы в награду за соблюдение десяти добродетелей в прежней жизни вы удостоились в этом мире императорского престола, повелевали сотнями вельмож и военачальников, стало быть, и грядущая ваша участь в мире потустороннем не внушает ни малейшей тревоги. Мгновенно воссядете вы в чаше чистого лотоса, и с высоты, взирая на землю, будете помогать всем созданиям всей печальной юдоли обрести путь, ведущий в чистую землю рая. На все лады утешали и наставляли они умирающего. Но государь Инок, все еще, как видно, привязанный к нашему греховному миру, не подал никаких признаков обращения на путь истины и, не вняв благим увещеванием, не проявив стремление отрешиться от всего мира, в конце концов скончался в час петуха восемнадцатого дня второй луны девятого года Бун-Эй, пятидесяти трех лет от роду. Чаша чистого лотоса согласно буддийским религиозным представлениям, каждый праведник, удостоившийся рая, восседает там венчики лотоса священного цветка буддийской религии. Час петуха это время с четырех до шести часов дня. С его кончиной казалось тучи закрыли небо. народ погрузился в скорбь, яркие наряды в одно мгновение сменились, темными траурными одеждами. В восемнадцатый день тело покойного государя отправили для сожжения в храм Якусоин. Из императорского дворца для участия в похоронах прибыл вельможа Санефую. Присутствовали настоятели храмов добра и мира Ниннадзи, Эмаин, Сёгоин, Додаин, Сёренин кисть бессильно передать скорбную красоту этой ночи. Покойный государь так любил Цунето. Он, несомненно, пострижется в монахи, думали все, но, вопреки ожиданиям, Цунето нес ларец с прахом, одетый, на удивление всем, в яркое парчевое платье. Государь Го Фукакуса горевал больше всех, не осушал глаз ни днем, ни ночью. Видя это, приближенные тоже невольно плакали. Мир погрузился в траур. Все замерло, не стало слышно ни переклички стражи, ни голосов, возвещающих наступление очередного часа. Казалось, даже деревья сакуры на горе Камаяма в знак скорби расцветут черным цветом мой отец надел одежды темнее, чем у всех остальных. Мне он тоже велел одеться в черное, но государь сказал, «Нидзё еще слишком молода, пусть она носит платье обычного цвета, незачем облачаться в чересчур темные одеяния». Отец уже не раз обращался к нашему государю и его матушке с просьбой отпустить его, позволить удалиться от мира, но ему отвечали «Еще не время» и разрешения не давали. И все же отец больше всех горевал по покойному государю Иноку, ежедневно ходил на его могилу и через дай нагона Сададзана снова подал нашему государю прошение, в котором просил позволить ему принять постриг. Прошение гласило. «Девяти лет от роду я впервые преклонил колени перед покойным государем Го Сагой». И за все долгие годы, проведенные при его дворе, не было случая, чтобы при раздаче наград меня обошла монаршая милость. Когда умер мой отец, и меня покинула мачеха, покойный государь отнесся ко мне с особым участием. Со своей стороны я всегда служил ему верой и правдой, оттого и продвижение мое в чинах шло быстрее обычного». В дни присвоения новых званий и должностей я всякий раз радовался, разворачивая наградные листы, и без устали занимался делами службы, довольной и своей личной судьбой, и тем, как вершится управление страной. Жизнь при дворе дарила мне радость. Много лет к ряду я участвовал в празднике вкушения первого риса, пил допьяна на пиршествах, принимал участие в пении и танцах, исполнял священные пляски в ритуальных одеждах на праздниках храмов Ива, Симидзу и Камо, и в водах священной реки отражался мой счастливый веселый облик. Я стал старшим среди вельмож, да и нагоном старшего второго ранга и одновременно главой всего нашего рода. Мне пожаловали должность министра, но я почтительно отклонил это назначение, поскольку, как справедливо указал Митимаса, военачальник правой дворцовой стражи, в прошлом не имел воинских званий. Однако к этому времени государь инок Госага скончался. Засохло могучее дерево в тени Коева, обретал я прибежище и укрытие. Какую бы почетную должность ни занимал я отныне, чувствую все напрасно. Уже пятьдесят лет я живу на свете, много ли еще мне осталось? Отказавшись от милости двора вступить на путь недеяния, вот подлинная отплата за покровительство, оказанное мне незабвенным государем Го Сагой. Получив разрешение принять постриг, я выполнил бы заветное свое желание и молился бы за упокой святой души почившего государя. Так почтительно просил мой отец, но государь Го Фукакуса опять не согласился на его просьбу, самолично всячески отговаривал, а меж тем время шло. И хоть память о покойном государе, конечно, не поросла травой забвения в душе отца, все же скорбь несколько притупилась, и пока утром и вечером он неустанно совершал молитвы, со дня смерти государя Госаги прошло уже сорок и девять дней. Миновал срок, положенный для заупокоенных молебствий, и все вернулись в столицу. С этого времени государственные дела перешли в руки государя Го Фукакусы. Нужно было отправить посла на восток страны, в Камакуру. Все это было чревато осложнениями, беспокойно и хлопотно, и не успели мы оглянуться, как уже наступила пятая луна. Правая дворцовая стража. Дворцовая стража несла охрану дворца, а также выполняла церемониальные функции. Отряды дворцовой стражи делились на левый, то есть первый, и правый, то есть второй. По древнему обычаю, идущему из Китая, левая сторона считалась более почетной. Камакура. Селение в восточной части острова Хонсю современная префектура Канагава, в XIII веке резиденция военного самурайского правительства. В пятую луну рукава всегда влажны от весенних дождей, а в том году влаги выпало даже больше, чем осенью, когда обильно роса, то были слезы моего отца Дайнагона, неутешно горевавшего по покойному государю. Человек, раньше не проводивший без женщин ни одной ночи, теперь полностью отказался от всех любовных утех, забросил развлечения, пиры. «Не по этой или причине он так неузнаваемо исхудал?» — тревожилась я. В пятнадцатый день пятой луны отец возвращался с богослужения «Вот они», когда его слуга-скороход и прочие челединцы заметили — лицо у вас совсем пожелтело. Что с вами?» Отец и сам нашел это странным, призвал врача, и тот сказал, что отец захворал желтухой. «Этот недуг часто возникает из-за сильного горя», — пояснил врач. Больного стали лечить, усердно делали прижигание моксой, но день ото дня ему становилось хуже. В довершении беды, в это самое время, в начале шестой луны, я убедилась, что жду ребенка. Страшно перепугалась, но, разумеется, не решилась сообщить эту новость больному. Он говорил, «Чувствую, что на сей раз уже не встану. Умереть как можно скорее, стать спутником покойного государя — вот единственное мое желание». И не хотел возносить молитвы о выздоровлении. В первое время отец оставался в нашей городской усадьбе Роккаку Ку-Сиге, но в седьмую луну вечером, в четырнадцатый день, переехал в загородную усадьбу Кавасаки. Мои маленькие братья и сестры остались, согласно его воле, в столице. Отцу хотелось в одиночестве подготовиться к смертному часу. Только я, одна, как старшая дочь, безотлучно находилась у ложа больного. Меня уже тошнило, пища внушала отвращение, ей совсем не хотелось. Отец всячески меня ободрял, а вскоре сам, догадавшись о моем положении, прямо спросил ты в тягости. И когда он узнал, что я и вправду беременна, в нем проснулась жажда жизни. «В таком случае хочу жить», — решил он. И если раньше решительно запрещал всяческие богослужения, то теперь сам заказал семидневный молебен о продлении жизни в главном храме на святой горе Хиэй. Ритуальные песнопения в семи храмах Хиоси целодневное чтение сутры высшей мудрости Ханья в храме Ивасимидзу и в храме Камокавара приказал воздвигнуть каменную ступу. Ступа — каменное, деревянное или глиняное сооружение конусообразной формы разной величины, которая воздвигалась над каким-либо священным захоронением. Верхушка ступы украшалась резьбой, узорами. Обычай воздвигать ступу пришел в Японию вместе с буддизмом. Все это он предпринял не потому, что сожалел о собственной жизни, а лишь за тем, что стремился увидеть, как сложится дальнейшая моя участь, ведь я носила семя самого государя. Поняв отца, я еще острее осознала свою греховность осознала свою греховность. Истинно верующему буддисту надлежит с радостью покидать земную юдоль. Любовь и другие земные привязанности препятствуют такому устремлению, поэтому Нидзё, видя, что отец горюет из-за того, что приходится с ней расстаться, считает, что самим фактом своего существования она мешает отцу достигнуть рая и, следовательно, повинна в грехе. В конце пятой луны отцу стало как будто полегче. Я несколько успокоилась и снова на некоторое время уехала во дворец, узнав, что я в тягости государь стал ко мне еще ласквее, но я с невольной тревогой думала, долго ли будет длиться его любовь? А тут еще случилось, что в эту шестую луну скончалась родами госпожа Микусиге. Со страхом узнала я эту новость, ведь и мне предстояли роды, к тому же болезнь отца все еще внушала мне опасения. Что будет со мной, если его не станет, неотступно терзали меня горькие думы. Меж тем незаметно подошла к концу и седьмая луна. Помнится, был вечер двадцать седьмого дня. «Пора спать», — сказал государь, — и позвал меня с собой в опочивальню. Мы остались вдвоем, можно было никого не стесняться, и государь проникновенно беседовал со мной о делах нынешних и минувших. «Непостоянство — извечный закон нашего мира», — говорил он, «и все же болезнь твоего отца печалит меня до глубины души. Как бы мы ни жалели о нагоне навряд ли он выздоровеет. С его кончиной ты станешь круглой сироткой» совсем беззащитный, бедняжка. Как я тебя жалею! Я один о тебе позабочусь!» «Ты мне близка и дорога», — со слезами на глаза говорил государь. Его ласковые слова успокоили меня, и в то же время вся боль, все тревоги, которые я так долго молча скрывала, как будто разом нахлынули на меня, и мне стало так горько, что, казалось, сердце не вынесет, разорвется. Была темная безлунная ночь только на дворе чуть заметно светились огоньки. Дворец погрузился во мрак, и в этой темноте за полночь длилась наша беседа на ночном ложе. Вдруг послышались громкие шаги. Кто-то шел по веранде, окликая меня по имени. «Кто там?» — спросила я. Оказалось, что из усадьбы Кавасаки прислали человека с известием. Отцу внезапно стало хуже — он при смерти. Тропливо в чем была, я покинула дворец и по дороге чуть не сошла с ума от страха, что опоздаю, не застану отца в живых, а дорога была такой бесконечной. Мучительно тяжелым показался мне этот путь, точь в точь, как если б я пробиралась сквозь заросшие лесом тропинки в краю от зума на востоке. К счастью, когда мы наконец приехали, я услышала, что отец еще жив. Моя жизнь подобна росинке. Повиснув на кончике лепестка, она ждет лишь дуновения ветра, чтобы упасть и исчезнуть. Но, видишь, я еще жив. Горько причинять вам всем столько хлопот, и все же с тех пор, как я узнал, что ты в тягости, мне больно уходить, оставлять тебя одну в целом свете, горевал больной, проливая малодушные слезы. В это время ударил колокол, возвестив середину ночи, и почти в тот же миг раздался голос Поезд Его Величества. От неожиданности больной совсем растерялся. Я поспешно выбежала и встретила подкатившую к дому карету. Государь прибыл тайно, в сопровождении всего лишь одного придворного и двух стражников. Как раз в этот миг, поздний месяц двадцать седьмого дня, взошел над зубцами гор, ярко озарив фигуру государя, он был в повседневном сером траурном платье. Увидев этот наряд, я поняла, что решение приехать было принято внезапно и преисполнилась благодарности, сочла его посещение за честь для нашего дома. Я так ослабел, что не могу даже встать и одеться, как подобает, и посему не достоин лицезреть государя, но одно лишь сознание, что он соизволил пожаловать, чтобы проведать меня на ложе болезни, будет самым драгоценным воспоминанием об этом мире в потустороннем существовании. — велел отец передать государю, но тот, даже не дослушав, сам раздвинул перегородки и вошел в комнату больного. Отец в испуге попытался привстать, но у него не хватило сил. — Лежите, лежите, — сказал государь, придвинув круглое сиденье к изголовью постели и опускаясь на подушку. — Я услышал, что близится ваш конец, и так огорчился, что захотелось хотя бы в последний раз повидаться. О радостью достоится высочайшего посещения. Я вовсе не достоин такого счастья. У меня не хватает слов, чтобы выразить мою благодарность. Позвольте сказать вам, мне нестерпимо жаль вот эту мою юную дочку. Еще младенцем она потеряла мать, я один растил ее, кроме меня у нее нет никого на свете. Сейчас она в тягости, носит недостойное августейшее семя, а мне приходится оставлять ее, уходить на тот свет. Вот о чем я горюю больше всего, вот что причиняет мне невыразимое горе, — говорил отец, проливая слезы. «Горечь разлуки не утешить никакими словами», — отвечал государь, — «но за ее будущее...» Будьте спокойны, за нее я в ответе. Покидая сей мир, ни о чем не тревожьтесь, пусть ничто не омрачает ваше странствие по подземному миру, — ласково успокаивал он отца. — А теперь отдыхайте, — вставая, добавил он. С рассветом государь заторопился уехать, меня могут увидеть в столь неподобающем облачении. Он уже уселся в карету, когда отец прислал ему подношение, драгоценную лютню, наследство моего деда, главного министра Митимитсу Кога, и меч, полученный в дар от государя Го Тобы, когда того сослали на остров Оки в минувшие годы сюкю.

1179-1239 годы правление 1184-1198 предприняла вооруженную попытку вернуть себе верховную власть в стране, утраченную в конце XII века и перешедшую в руки воинского сословия самураев. Эти события известны в истории Японии как смута годов все кю. Попытка была подавлена. Экс-император Го Тоба сослан на остров Оки, где он и умер. К шнурам меча была привязана полоска голубой бумаги, на которой отец написал стихотворение. «Пусть расстанемся мы, но коль в трех поколениях прибудет связь между нами крепка, в ожидании конца взыскую» лишь грядущих милостей ваших. «Я до глубины души тронут подарками и стихами», — сказал государь, — «и буду бережно их хранить. Передайте Дайнагону, пусть он будет совершенно спокоен», — снова повторил он, и с этим отбыл. А в скором времени отец получил от него собственноручно начертанное ответное послание. «Верно свидится нам». Суждено уж не в скорбной юдоле, только в мире ином. Этой встречи я ожидаю, как зари порой предрассветной. Как бы то ни было, теперь он знает, что у меня на душе, сказал отец. Мои тревоги тронули его сердце. И грустно и трогательно было видеть, как он рад этому. На второй день восьмой луны, совсем скоро после посещения нашей усадьбы, государь прислал мне с дайнагоном Дзэн ритуальный пояс, который носят женщины в тягости, и приказал, чтобы мы не надевали траурных одеяний, пояснил дайнагон. Он был в парадном кафтане, слуги и стражники самураи торжественно разодеты, я поняла, что государь нарочно поспешил с этим обрядом, чтобы все свершилось еще при жизни отца. Больной очень обрадовался, приказал угостить посланцев и всячески беспокоился, чтобы им был оказан должный прием, но при мысли, что он их лопочет и радуется, наверное, в последний раз, мое сердце сжималось от невыразимой печали. Дай нагону, дзен -дзи, отец подарил превосходнейшего вала по кличке Сиогама, которым прежде весьма дорожил. В свое время этого вала подарил отцу настоятель храма Добра и Мира. Днем отцу стало как будто немного лучше. Кто знает, вдруг все обойдется, и отец выздоровеет, с надеждой подумала я. У меня отлегло от сердца и с наступлением вечера я прикорнула у постели больного, хотела лишь чуть вздремнуть, но сама не заметила, как уснула. Внезапно я открыла глаза, отец разбудил меня. «Ах, какой ты еще ребенок! Спишь себе безмятежно, совсем позабыв, что дни мои сочтены, что я только о тебе и тревожусь, жалею тебя, бедняжку!» с тех пор, как смерть разлучила тебя с матерью. Тебе было тогда всего два года. Я один неустанно о тебе пекся, любил больше всех остальных детей. Бывало, ты улыбнешься, я радуюсь, опечалишься, я горюю вместе с тобой. Мое счастье и горе все зависело от тебя. Незаметно промчались годы, тебе стало уже пятнадцать лет, и вот приходится расставаться служи государю усердно, старайся быть безупречной, береги честь, веди себя скромно. Если в будущем любовь государя остынет, если у тебя не достанет средств по-прежнему жить при дворе и нести придворную службу, без колебаний не мешкая от чистого сердца, прими постриг. Став монахиней, ты спасешься в будущем потустороннем существовании и утешишь покойных родителей. Сможешь молиться, чтобы всем нам снова встретиться в едином венчике лотоса в мире ином. Если государь разлюбит тебя, и ты лишишься опоры в жизни, не вздумай сделать позорный шаг, отдаться кому-нибудь другому или найти приют в чужом доме. Пусть я буду уже в могиле все равно, прокляну тебя с того света. Союз женщины и мужчины возникает не только в теперешней жизни, он предопределен еще в прошлых воплощениях, не в нашей власти его расторгнуть. Повторяю снова и снова, ни в коем случае не отвергай пострига. Не опускайся до положения девы веселья, дабы после смерти не оставить по себе дурной славы, не прослыть суетной и развратной. Если же ты станешь монахиней, то как бы ты ни нуждалась, как бы трудно не пришлось тебе добывать пропитание, — все это суета-сует. Так говорил отец, заботливей и подробнее, чем обычно, — а мне было больно при мысли, что это его последнее наставление. Когда рассвело и колокол возвестил наступление утра, пришел на комицу и, как обычно, принес охапку пропаренной травы обако, чтобы подстелить ее под больного, но отец сказал, «Не надо, смертный час уже близок, сейчас все напрасно, лучше принеси-ка что-нибудь поесть этой девочке. «Разве я смогу проглотить хоть кусок в такую минуту?» — подумала я, но отец все твердил. «Скорее, скорее, пока я еще могу это видеть». А у меня сердце сжималось от этой его заботы. Отец так обо мне тревожится, а что будет потом? Кто позаботится обо мне, когда его не станет на свете? На комицу принес пирожки с бататом, но отец приказал убрать, разве женщины в тягости дают такую еду? Было уже совсем светло, когда он сказал «позовите священника». Еще в седьмую луну он пригласил настоятеля храма Ясака, обрил волосы, принес обед соблюдения всех пяти заповедей, получил монашеское имя Рэнсё, и просил этого священника быть его наставником в смертный час. Пять заповедей, пять священных заповедей буддизма «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не богохульствуй», «Не пьянствуй». Однако госпожа монахиня Кога, отцова мачеха, почему-то настойчиво требовала, чтобы пригласили монаха Сё Кобо из храма Кавара и, в конце концов, послали за ним. Ему сообщили, что больной при смерти, но Сё Кобо не торопился. А между тем отец сказал, «Наступает конец, приподнимите меня» и, позвав Накамицу, приказал ему приподнять себя. Этот Накамицу, старший сын и наследник Накацуны, вырос при отце и служил ему безотлучно. Отца приподняли. Накамицу поддерживал его сзади, я была рядом, при нас находилась только одна служанка. «Возьми меня за руку», — сказал отец. Я сжала его запястье. Подай мне оплечье, которое подарил мне преподобный настоятель храма Ясака, — велел отец. Он набросил оплечье поверх длинного шелкового одеяния. Оплечье — деталь одежды буддийского монаха, широкая полоса ткани, перекинутая через левое плечо, сшитая из четырехугольных кусков ткани разной величины, символизирует одежду Шакьямуни который, дав обед бедности, подобрал выброшенные за негодностью старые тряпки и шил себе из этих тряпок покров. Шакья Муни, буквально мудрец из племени Шакьев, легендарный основатель буддийской религии, якобы живший в Индии в V веке до нашей эры. на комицу. «Ты тоже молись вместе со мной», — сказал он, и они вместе стали читать молитву. Так прошло около получаса. Солнце поднялось уже довольно высоко, когда мне показалось, что отец дремлет. «Надо бы его разбудить», — подумала я, — «пусть он еще немного почитает молитвы», и слегка дотронулась до его колена. Отец разом проснулся, устремил на меня долгий пристальный взгляд, произнес Интересно, кем мне суждено стать в новом рождении, и не успел договорить, как дыхание его прервалось. Это случилось в час дракона, в третий день восьмой луны девятого года Бунэй. О! Почему смерть не настигла его во время чтения молитвы? Как благостно было бы это для его грядущей участи на том свете! Зачем я так дерзновенно, так неразумно разбудила его? И дыхание его прервалось, когда на устах у него были совсем неподобающие в торжественный миг бессмысленные слова. Впоследствии я горько сожалела об этом. Но в ту минуту была не способна ни о чем думать взглянула на небо. Оно показалось мне черным-черным, как будто солнце и луна разом рухнули с небосвода. Я упала на землю, и слезы ручьем потекли из глаз. Мне было всего два года, когда умерла моя мать. Я была слишком мала, ничего не разумела. Ее смерть прошла для меня незаметно. Миновало пятнадцать лет с тех пор, как на сорок первый день после моего рождения отец впервые взял меня на руки, и все эти годы, каждое утро, глядясь в зеркало, я радовалась. Я живу благодаря отцу. Каждый вечер, ложась спать, с благодарностью думала об отце. Он дал мне жизнь, высокое положение, благодеяния его были превыше горы Сумеру. Он бережно пестовал меня, его любовь, заменившая мне материнскую ласку, была глубже четырех океанов, окружающих нашу землю. Превыше горы Сумеру, согласно древнеиндийской теории мироздания, в центре Вселенной высится гора Сумеру, в японском произношении «сюмисен» поросшая благоуханными деревьями. Вся остальная вселенная с ее горами, морями и островами располагается у подножия этой горы. На горе Сумеру пребывает бог Индра в своем дворце вечной радости. Глубже четырех океанов, окружающих нашу землю, древние китайцы считали, что их страна расположена среди четырех морей. Впоследствии образное выражение «земля среди четырех морей» заимствовали другие народы Дальнего Востока для обозначения в высоком стиле своих собственных стран. «Нет, никогда не смогу я в полной мере отплатить отцу за заботу и ласку», — всегда думала я. Слова, с которыми он обращался ко мне при жизни, глубоко врезались в память, мне не забыть его поучений. Я охотно отдала бы жизнь взамен его жизни, но и этого было бы недостаточно, чтобы отплатить за все добро, которое я от него видала. Мне хотелось безотлучно находиться при покойном отце, не отрываясь глядеть на его изменившийся облик, но, увы, это было невозможно. Вечером четвертого дня покойника отправили для сожжения на гору Кагура. Гаока, и тело его обратилось в бесплотный дым. «Ах, если бы существовала дорога, по которой я могла бы уйти вместе с ним, — думала я, — но все было напрасно. Я вернулась домой, унося с собой лишь память о нем, да мокрые от слез рукава. При виде пустой комнаты, где уже никогда не будет отца, я с тоской и любовью вспоминала его облик, как им видела его всего лишь вчера» и горевала, что отныне смогу встретиться с ним только во сне. Даже в последнее мгновение перед кончиной он все еще всячески наставлял меня. Одно за другим всплывали в моей памяти воспоминания. Никакими словами не выразить мое горе. О, горькие слезы! Вы в лоно реки трех быстрин вольетесь потоком, и, быть может, вновь мне предстанет тень его незабвенный образ. Река трех быстрин. Согласно религиозным представлениям синтоизма, в подземном царстве, куда не сходят души умерших, течет река, имеющая три рукава переправы, через одну из которых предстоит перейти покойнику. Вечером пятого дня пришел на Кацуна, в глубоком трауре, в одежде черной, как у монаха. Недаром он облачился в столь черное одеяние. Если бы отец стал министром, на нас смог бы получить следующий, четвертый придворный ранг, подумала я. А теперь рухнули его упования. И опять мучительно сжалось сердце. Я иду на могилу, не нужно ли чего передать? Спросил он. Никто не мог бы удержаться от слез, увидев, как он горюет. В первый день семидневье, это было девятого числа, моя мачеха и с нею две служанки и двое самураев приняли постриг, позвали преподобного настоятеля храма Ясака, и он, провозглашая молитву в трех мирах круговращения, обрил им головы. Я испытывала и грусть, и зависть, наблюдая этот обряд. Мне тоже хотелось бы вступить на праведный путь, но для меня это было невозможно, ведь я была в тягости, нужно было продолжать жить в миру, горюя и плаче. Тридцать седьмой день траура опять отметили особым богослужением. В этот день государь прислал мне письмо, полное нежных, ласковых слов соболезнования. Его посланцы приезжали чуть ли не каждый день или через день. «Ах, если б покойный отец видел это, как бы он радовался!» — думала я, и на душе у меня становилось еще тяжелее. Как раз в это время внезапно скончалась супруга Микадо, госпожа Кё Гоку Но Ньоин, дочь министра Самео Тоин. Император любил ее чрезвычайно. Мало этого, рожденный ею принц был объявлен наследником. Окруженная всеобщим почетом, она была еще совсем молода. Все очень ее жалели. Она прихварывала давно, ее преследовал чей-то злой дух. Нынешний недуг посчитали обычным недомоганием и не придали особенного значения, как вдруг ее внезапная смерть повергла всех в неописуемое смятение. Ее преследовал чей-то злой дух. Вера в то, что душа, отделившись от тела, может вселиться в другого человека, принести ему болезни, даже смерть, была одним из самых распространенных и безусловных суеверий в средневековой Японии. Причем эта чужая душа могла принадлежать как живому человеку, так и давно умершему. Мне, недавно потерявшей отца, было особенно понятно горе ее отца-министра, отчаяние супруга-императора. На пятьдесят седьмой день со смерти отца государь прислал мне хрустальные четки, привязанные к цветку шафрана, изготовленному из золота и серебра, чтобы я поднесла этот дар священнику, служившему за упокойные службы. К цветку был прикреплен лист бумаги со стихами. В осеннюю пору всегда выпадает роса, рукав увлажняя. Но сегодня много обильней россыпь росная на одеждах. Покойный отец всегда так дорожил посланиями государя. Я ответила — «Благодарю вас. Отец тоже, конечно, бесконечно рад на том свете». И закончила стихотворением «О, пойми же меня, ведь рукав, что и так уже влажен от осенней росы, ныне весь до нитки промокнет, слезы скорби я лью в разлуке». Настала осень. Просыпаясь посреди долгой осенней ночи, я прислушивалась к унылому постукиванию деревянных вальков, долетавшему в тишине к моему изголовью, и, внимая этим печальным звуком, тосковала по покойному отцу, увлажняя слезами одинокое ложе. Постукивание деревянных вальков — Для придания тканям мягкости их отбивали деревянным вальком. Этой работой, так же как и ткачеством, крестьяне занимались в свободное от летней страды время, то есть поздней осенью и зимой. С древних времен в японской народной поэзии стук валька, ассоциируясь с долгими холодными осенними и зимними вечерами и ночами, считался навевающим грусть, рождал в душе меланхолические чувства. В то печальное утро, когда скончался отец, все обитатели дворца, начиная с самого государя, посетили нашу усадьбу или прислали письма с выражением соболезнования. Не счел нужным явиться, вопреки принятому в мире обычаю, только Дайнагон Мототоно. В середине девятой луны, озаренной ярким лунным сиянием, меня навестил Юки Но Акебоно — снежный рассвет. После смерти отца он чуть ли не каждый день справлялся обо мне, тревожился о моем самочувствии. По случаю кончины государя Го Саги весь мир погрузился в скорбь. Он тоже надел одежду темных тонов, и грустно мне было видеть, что платье на нем такое же мрачное, как мое я приняла его в покое на южной стороне дома. Это был близкий мне человек, с ним можно было говорить без посредников. Полной грустью мы беседовали о прошлом и настоящем. Нынешний год особенно несчастливый. Так много горестных событий пришлось пережить нам, что рукава не успевали просохнуть, говорил он. Всю ночь мы провели за беседой, то плакали, то смеялись. И вот уже колокол в ближнем храме возвестил наступление утра. Долго для отца осенние ночи, но иной раз пролетают поистине слишком быстро. Мне казалось, мы еще не наговорились в досталь, а уж запели птички. А уж запели птички. Образ заимствован из популярной в средневековой Японии повести Исе. Исе — Монагатария. X век. Произведение, где проза перемежается стихами. Традиция приписывает создание повести поэту Нарихире. Одно из этих стихотворений «Танка» гласит «Пусть долгая ночь осенью будет длинна» как тысячи долгих ночей. Не останется разве, что нам говорить, когда птички уже запоют. Перевод Конрада. Исе Монагатари. Москва, 1979 год. «Люди, пожалуй, подивились бы столь целомудренному ночному свиданию», — сказал он мне на прощание а я жалела, что приходится расставаться. Он уже уселся в карету, когда я послала служанку передать ему стихи. Простившись с отцом, вкусила я горечь разлуки. И вновь поутру довелось мне прозрачной росою окропить рукава на прощанье. Он ответил тоже стихами. «Ужель обо мне горюешь, расстаться не в силах?» Но нет, о другом скорбишь, обливаясь слезами, о том, кто ушел безвозвратно. Да, мое изголовье не лелеяло память об этой встрече. Смутная печаль томила мне душу. Я целый день размышляла об этом ночном свидании. Как вдруг увидела, у главных ворот стоит какой-то самурай в коричневом охотничьем кафтане, с ларцем для писем в руках. Это был его посланец. Нежное, ласковое письмо заканчивало стихотворением «На тайном свидании, безгрешным застигнутым сном, мы ночь скоротали. Уже ли нас люди осудят и скажут в росе их одежды?» В те дни все мои чувства были обострены, даже этот невинный обмен стихами глубоко запал в душу. Со своей стороны я тоже написала ему ласковое послание, закончив его стихами. «Осенней росою покрыты в предутренний час деревья и травы, и кто нас осудит, заметив росу, что рукав окропила?» на сорок девятый день после кончины отца отслужили поминальную службу. Семью покойновым представлял мой сводный брат Масааки, офицер дворцовой стражи. Вначале преподобный Сёкобо провозгласил старые всем известные слова «Как две уточки-неразлучницы, как две птицы об одном крыле». Затем службу возглавил праведный он возложил на алтарь Будды бумаги отца, на обороте коих покойный собственноручно начертал текст лотосовой сутры. и нагоны но Бомон, Маде но Кодзи, Такааки, Дзенседзи все присутствовали на заупокойной службе. Но когда, выразив соболезнования, они удалились, Скорбь с новой силой сжала мое сердце. Траур окончился. Родные и близкие, участвовавшие в богослужении, разъехались по домам. Я тоже уехала в дом кормилицы. Поминальные обряды все же в какой-то степени отвлекали меня от грустных мыслей. Помыслы были хоть чем-то заняты. Но когда все уехали, и я осталась одна, меня охватила такая скорбь, что словами не выразить. В эти дни, полные безысходного горя, государь часто украдкой навещал меня. Как только кончится первый срок удаления, тотчас же приезжай во дворец, говорил он. Можешь не снимать траурных одеяний. Сейчас все носят траур по покойному государю-монаху. Срок удаления. Имелось в виду время необходимое для того, чтобы очиститься от скверны, каковой, согласно религиозным представлениям, идущим из глубокой древности, считалась смерть и всякое соприкосновение со смертью. Первый срок удаления считался законченным через сорок девять дней но я по-прежнему была во власти печальных мыслей тоска по усопшему нисколько не убывала и я все дни проводила в уединении сорок девятый день окончания первого срока траура пришелся наконец девятой луны осень уже полностью вступила в свои права тише звучал звон цикад. прислушиваясь к их замирающим голосам, я еще острее ощущала неизбывное горе. Напрасно ты так долго остаешься у родных дома. Не лучше ли поскорее вернуться во дворец? Непрерывно звал меня государь. Но у меня душа не лежала к дворцовой жизни. Мне не хотелось возвращаться туда. А меж тем наступила уже десятая луна. Помнится, это было в середине десятой луны. Снова появился посланец Акебоно с письмом. Я был бы готов писать тебе ежедневно, но опасался, как бы мой слуга не встретился с посланцем государя, чего доброго государь подумает, что ты ему не верна. Вот и вышло, что я долго не подавал о себе вестей, — писал он. Дом кормилицы, у которой я поселилась, стоял на углу четвертой дороги и широкого проезда Омия. Глинобитная стена, окружавшая двор в одном месте, развалилась, и, чтобы загородить проем, посадили колючий кустарник. Он так разросся, что выселся над оградой. Толстых стволов, однако, было не больше двух. «А сторож у вас есть?» Бросив взгляд на эти стволы, спросил человек Акебоно -э у нашего слуги. И услышав ответ, что сторожей нет, промолвил, в таком случае здесь может быть отличный проход. С этими словами он внезапно одним махом срубил оба толстых ствола и был таков. К чему бы это, в недоумении подумала я, когда мне рассказали об этом, но не придала этому случаю никакого значения и вскоре о нем забыла. И вдруг, в ту же ночь, когда наступило уже самое глухое позднее время, кто-то, ведомый лунным сиянием, тихонько постучал в ставню. Какой странный стук, как будто птица стучит. «Наверное, болотная курочка», — сказала Тюдзё. Моя прислужница-девочка пошла взглянуть, но вдруг прибежала назад в смертельном испуге. Там какой-то мужчина говорит, что ему нужно видеть госпожу Нидзё, — сказала она. Это было так неожиданно, что в первое мгновение я не знала, что и сказать, и в растерянности молчала, а он меж тем проник в дом и по голосу девочки, отыскав дорогу в мои покои, уже входил в комнату. На нем был охотничий кафтан из ткани с узором кленовых листьев и темно-лиловые шаровары, и то и другое выглядело очень изысканно. По всему было видно, что он пришел тайком, стараясь, чтобы никто его не заметил я была в тягости, когда о любовном свидании невозможно даже помыслить, и твердо решила уж на сей-то раз отказать ему. Если вы меня любите, встретимся когда-нибудь потом, после. Как раз от того, что ты сейчас в тягости, тебе нечего опасаться. Я ни в коем случае не позволю себе ничего лишнего. Мне хотелось только смиренно поведать тебе о своей любви». Ведь я так давно, так долго люблю тебя. Это будет чистая, невинная встреча. Я пальцем до тебя не дотронусь. Сама богиня Аматерасу не осудит нас за такое свидание. Убеждал он меня, и я по всегдашней слабости духа не решилась на отрез сказать ему нет. А пока я колебалась, он уже очутился в моей постели. богиня Аматерасу, главное божество синтаистской религии, великая богиня Аматерасу, буквально озаряющее небо, считалась олицетворением солнца, жизнеутверждающим началом. В японской мифологии она является прародительницей японского императорского дома. Всю долгую ночь он нашептывал мне о любви так нежно и ласково, что даже тигр, обитатель Танского царства, и тот проследился бы в умилении. Танское царство. Танская империя в Китае. 618-907 годы. В этот период связи Японии с могущественной танской империей были наиболее оживленными и имели большое значение для политического и культурного развития страны. Отсюда традиция, прочно укоренившаяся в средневековой японской литературе, называть Китай танским царством даже много веков спустя после падения танской династии. А ведь и у меня сердце было ни из дерева, ни из камня. В конце концов, я невольно поддалась его страсти и словно в каком-то призрачном сне впервые разделила с ним греховное ложе, а сама все время трепетала от страха. Вдруг государь увидит нашу встречу во сне сегодняшней ночью. Но вот, разбуженный пением птицы, он удалился, и, глядя ему вслед, я жалела, что приходится расставаться. Проводив его, я снова легла в постель, но уснуть, разумеется, не могла. Еще не полностью рассвело, а мне уже принесли от него послание. Я шел со свидания, и слезы туманили взор, порой предрассветный. Даже ясный месяц на небе мне казался мрачным и хмурым сам не знаю, от чего я полюбил тебя так сильно. Пойми же, как я тосковал по тебе все это время, чуть не умер с тоски, как мучительно таить свои чувства, опасаясь людской молвы, — писал он. Я ответила, — не знаю, унес ли мой образ ты в сердце своем, а я и в разлуке, будто вижу тебя воочию, орошая рукам слезами. А ведь я старалась всячески избегать греха в моем положении. И что же? Тщетные оказались усилия, и некому было излить душу, пожаловаться на горькую участь. Вдобавок меня терзала тревога. Что теперь со мной будет, как взгляну я государю в глаза? Но что я могла? Оставалось лишь, таясь от людей украдкой лить слезы. И как раз в тот же день около полудня пришло письмо от Государя. Хотел бы я знать, зачем вы так долго живете в доме кормилицы. В последнее время во дворце стало так малолюдно, что невольно уныние закрадывается в душу, писал он, даже ласковее, чем обычно. И сердце у меня сжалось еще больнее. С нетерпением ждала я наступления ночи, а потом снова дрожала от страха, потому что Акебоно пришел еще засветло. Никогда в жизни я не знала тайных свиданий, от страха у меня на мгновение даже отнялся голос. Как на грех, как раз в этот день к кормилице пришел ее муж. На Кацуна. После смерти отца он принял постриг и постоянно проживал при храме Сэмбон Сякадо, но сегодня вернулся домой. Вы так редко у нас бываете, захотелось проведать вас, сказал он мне. По этому случаю собрались и все взрослые дети кормилицы. В доме стало шумно и многолюдно, к тому же сама кормилица была ужасно суетливой и громогласной, что ей вовсе не подобало, ибо она долгое время воспитывалась при дворе покойной принцессы сан -Йо Мон Ин. Было в ней что-то бесцеремонное, точь в точь, как у кормилицы принцессы Имахиме. Из повести о Сагуромо. Повесть о Сагуромо, популярный в средневековой Японии роман вторая половина XI века, создание которого приписывается одной из принцесс императорского дома. Сагуромо ⁇ имя главного героя. Не мудрено, что я заранее тревожилась. Как мне поступить? Не могла же я отговориться, будто любуюсь лунным сиянием. Я тихонько спрятала Акебоно в спальне, а сама, как ни в чем не бывало, уселась у входа и только успела принять непринужденную позу, облокотившись на ящик с древесным углем, как вдруг ко мне пожаловала кормилица. «Ох, беда!» — подумала я а она затараторила, да так настойчиво, громко. Осенние вечера тянутся долго, муж говорит, надо развлечь госпожу, давайте поиграем хотя бы в го. Го — игра типа шашек, однако более сложная. «Извольте пожаловать, ну, проведем вечер повеселее, вся моя семья в сборе». И она принялась поименно перечислять всех своих детей, родных и приемных устроим маленький пир, немножко повеселимся», — громогласно говорила она, так назойливо перечисляя собравшихся, что, казалось, этому не будет конца и края. «Мне не здоровится», — притворно сказала я, отказавшись от приглашения, и кормилица, рассердившись, ушла, бросив на прощание. «Ясное дело, мои слова для вас всегда звук пустой». Мне вспомнилось, как она обывала, постоянно твердила, что за девочками с самых младенческих лет глаз да глаз нужен. Отведенные мне покои отделялись от главного дома только маленьким двориком, так что ясно слышалось все, что творилось в доме, совсем как в главе вечерний лик из повести Агензи где описано, как к ложу любовников доносился из соседнего дома грохот рисовой ступки. Наверное, точь в точь, как здесь думалось мне, и было стыдно перед гостем, и оттого еще более неловко. Я заранее представляла себе, как встречу Акебоно, -э о чем ему расскажу, но в такой обстановке было бы даже неуместно, неприлично высказывать все наболевшее на душе, и в то же время молчать оказалось тягостно и неловко. Из-за этого шума и суеты пошли прахом мои мечтания. Подождем, пока они, наконец, угомонятся и уснут, с тревогой думала я. В ожидании этого часа мы, затаившись, тихонечко лежали в постели, как вдруг услышали громкий стук в ворота. Это пришел сын кормилицы Накайори, служивший при дворе государя Камеямы. «Прислуживал за ужином государю, вот и запоздал», — пояснял он, входя. «Кстати, по пути сюда я видел на углу проезда о, Мия, весьма загадочную карету с плетеным кузовом. Заглянул внутрь, а там полным-полно слуг спят в повалку, а вол привязан к ступице. Интересно, куда и к кому прикатила эта карета? О, ужас! Я насторожила уши и услыхала голос кормилицы. «Что за люди? ну как кто-нибудь, сходите, поглядите». Затем послышался голос мужа. «Брось, зачем ты их посылаешь? Нам-то какое дело? К чему нам знать, чья это карета? Какой нам с этого толк? А вдруг это кто-нибудь проведал, что госпожа Нидзё сейчас находится здесь и ждет, пока мы уснем, чтобы пробраться к ней через пролом в ограде? Недаром говорится, что с дочерью не оберешься хлопот, едва она появится на свет». И так у всех, у благородных и у простолюдинов. Типун тебе на язык! Кому к ней приезжать? Если это государь, зачем бы он стал таиться?» Явственно послышалась речь кормилицы, а так как в карете с плетеным кузовом ездят чиновники шестого, низшего ранга, она бесцеремонно добавила, «Все равно было бы непростительно, если бы она связалась с человеком всего лишь шестого ранга». А Кэбоно тоже слышал эти слова. Это было ужасно. Тут вмешался в разговор кто-то из сыновей кормилицы. Начал громко рассуждать о том, о сём. Одним словом, покоя нам не было. К этому времени, судя по всему, поспело и угощение, потому что послышались голоса «Позовите же госпожу Нидзё!» Пришла служанка и стала меня звать. А когда служанка доложила, госпожа Нидзю нездорова, плохо себя чувствует, тотчас же раздался настойчивый стук в раздвижную перегородку. Это явилась сама кормилица. «Что с вами? Что у вас болит? Я принесла вам угощение, покушайте. Вы меня слышите?» — стучала она в перегородку у самого изголовья. Дальше отмалчиваться было нельзя, и я откликнулась. «Мне что-то не по себе». Но ведь это ваше любимое лакомство. Когда в доме пусто, вы как нарочно требуете подать, а когда приготовят специально для вас по всегдашнему обыкновению, отказываетесь даже отведать, ну, как знаете». И она удалилась с недовольным ворчанием. В обычное время я нашла бы, что ей ответить, но сейчас молчала, ни жива, ни мертва от страха. А он спросил, «Что это ты так любишь?» Назови я что-нибудь поэтичное, утонченное, вроде не снега или изморози», он все равно не поверил бы. И я чистосердечно призналась. Может быть, вам покажется это блажью. Иногда я прошу приготовить немножко сладкого белого саке. Кормилица поднимает вокруг этого такой шум. Можно подумать, не весь что. Стало быть, сегодня мне повезло. Теперь я знаю, чем тебя угостить, когда ты придешь ко мне в гости. Обязательно припасу сладкое саке, хотя бы пришлось посылать за ним в танскую землю. С улыбкой произнес он, никогда не забуду этой улыбки. Не было и не будет для меня дороже воспоминания, чем об этих в сущности мучительных встречах. Так продолжались наши свидания. И по мере того, как любовь к нему становилась все сильнее и глубже, мне все меньше хотелось возвращаться во дворец к государю. А тут случилось, что в конце десятой луны захворала Гон моя бабка с материнской стороны. Не прошло и нескольких дней, как я, не слишком озабоченная ее болезнью, получила известие, что она внезапно, можно сказать, скоропостижно скончалась. Гон Дайна Гон уже с давних пор жила в Аято, близ храма дзен -рин -дзи, у восточной горы Хигасиямы, вдали от родных. Тем не менее сообщение о ее смерти вновь повергло меня в тоску и горе с ее смертью, как бы последняя призрачная связь с покойными родителями. Несчастья сыпались на меня одно за другим. Осенние росы сменяются зимним дождем. Я снова и снова рукава одежд выжимаю, что промокли от слез горючих. В последнее время государь совсем перестал писать мне, и я тревожилась, уж не проведал ли он о моем прегрешении. Но как раз в эти дни пришло от него письмо, даже более нежное, чем обычно. Как ты живешь? Я давно не имею от тебя весточки, писал государь. А в конце письма стояла приписка. Сегодня вечером пришлю за тобой карету. Я ответила. Позавчера скончалась моя бабка. Я приеду, как только пройдет срок траура, ведь это близкая мне родня, и приложила к письму стихотворение. Пойми, умоляю, к холодной осенней росе добавился ливень, и от слез разлуки намокли рукава атласного платья. В ответ я получила от государя стихотворение. Не знал я, что вновь покрылась росою печали, обитель твоя, и в чуже о том сожалея, невольно рукав увлажняю. В начале одиннадцатой луны я вернулась во дворец, но жизнь при дворе совсем перестала мне нравиться. Здесь все напоминало мне о покойном отце. Его образ неотступно маячил рядом. Я чувствовала себя стесненно, неловко. К тому же государыня относилась ко мне все более неприветливо. Одним словом, все-все вокруг было мне не по сердцу. Государь приказал деду моему Хё Буке и дяде Дайнагону Дзэнсёдзи стать моими опекунами. Нидзё останется служить при дворе, а вы заботьтесь, чтобы все было так, как при жизни ее отца Дайнагона. Наряды и все прочее, что понадобится, выдавайте из податей, поступающих во дворец. Конечно, я была очень благодарна ему за такое распоряжение, но самой мне больше всего хотелось поскорее разрешиться от бремени, снова обрести прежнее здоровье, подвижность, а потом поселиться где-нибудь в тихом уединенном жилище и молиться там за упокой матери и отца, дабы освободились они от круговращения в шести мирах. Только об этом я помышляла, и в конце той же луны вновь покинула дворец. Монахиня Синганбо, настоятельница обители в Дайго, доводилась мне дальней родней. Я решила поехать к ней, участвовать в богослужениях, слушать молитвы. Это был убогий приют, где зимой едва велась тонкая струйка дыма над горевшим в очаге хворостом. Вода в желобе то и дело переставала журчать, скованная морозом, едва заметны были скудные приготовления к Новому году. И вдруг... В самом конце двенадцатой луны, поздней ночью, когда в небе светился ущербный месяц, сюда тайно пожаловал государь. Он приехал в простой карете с плетеным кузовом в сопровождении Дайнагона Дзенседзи. «Сейчас я живу во дворце Фусими, поблизости вспомнил о тебе и, видишь, приехал», — сказал он. А я удивилась, откуда он проведал, что я живу здесь. Этой ночью государь был со мной особенно ласков, беседовал так сердечно, проникновенно, но вскоре, пробужденный утренним колоколом, поднялся и уехал. Рассветный месяц клонился к западу, над зубцами гор на восточной стороне неба протянулись полоски облаков, Снежинки, как лепестки цветов сакуры, падали на подтаявший снег, как будто нарочно решив украсить отъезд государя. Его темный, неукрашенный гербами кафтан и такого же цвета шаровары были под стать моему траурному одеянию и выглядели изысканно и прекрасно. Монахиням, идущим в этот час к заутрене, было невдомек, что перед ними карета самого государя в грубых одеждах, поверх которых было накинуто некое подобие плечья, они шли мимо, переговариваясь между собой. «Ох, не опоздать бы на молитву! А где монахиня Энн? А монахиня такая-то, все еще спит!» Я смотрела на них с чувством, похожим на зависть. Но тут монахи не заметили, наконец, самураев, тоже одетых в темное. Они подавали государю карету и, кажется, только тогда сообразили, кто перед ними. Некоторые с перепугу даже бросились прятаться. «До встречи!» — сказал мне государь, и отбыл. А на моем рукаве остались следы грусти, пролитые в час расставания. Мне казалось, мое платье насквозь пропиталось ароматом, исходящим от его одеяний. Со смешным чувством, вдыхая это благоухание, я прислушивалась к голосам монахинь, служивших за утренню, к словам гимна, которые они распевали «Властелина трон высок, но сойти ему по одной из трех дорог суждено во тьму» и мне было даже жаль, что служба окончилась слишком быстро. Когда полностью рассвело, мне принесли письмо. «Прощание с тобой сегодня утром, — писал государь, — наполнило мою душу до толи неизведанным очарованием печали». В ответ я послала ему стихи. «О, память той встречи! И твой очарованный взор!» в лучах предрассветных. Если б мог ты видеть сегодня мой рука, все слезы впитавший. Вечером, когда до окончания года оставалось всего три дня, мне было особенно грустно, и я пришла к настоятельнице. «Вряд ли где-нибудь сыщется такая тишина, как у нас», — сказала она и, как видно, желая скрасить мое уединение, созвала пожилых монахинь поговорить и послушать о старине. Кругом царила глубокая тишина, лед сковал струйки воды, падавшие из жёлоба в саду. Лишь вдалеке, в горах, стучал топор дровосека. Это создавало проникновенное настроение, напоминало сцену из какой-то старинной повести. Вскоре совсем стемнело. Замерцали редкие огоньки. Закончилась служба первой предновогодней ночи. «Сегодня ляжем спать пораньше», — говорили монахини, когда внезапно послышался чей-то осторожный стук в ставню. Странно. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Подумала я, приоткрыла ставню, и что же? Это был он. Акебон, -э снежный рассвет. Что вы, что вы, здесь монастырь! Какой стыд, если монахи не увидят столь нескромное поведение! К тому же у меня сейчас совсем не то на уме, оттого я и затворилась в этом монастыре. А пребывать здесь надо с чистой душой, иначе какой в том смысл? Посещение государя, продолжала я, дело другое, я бессильно им помешать. Но свидание ради пустой утехи — великий грех. Ступайте, ступайте прочь, прошу вас, — говорила я, стараясь не слишком его обидеть. На беду как раз в это время повалил густой снег, налетел свирепый порыв ветра, поднялась настоящая метель, и он стал просить. «Жестокая, дай же мне хотя бы войти под крышу, я уйду, как только снегопад прекратится». Монахини услышали наши голоса. «Ах, какое жестокосердие! Так нельзя! Кто бы ни был этот пришелец, он явился в нашу обитель по зову сердца. На улице дует такой холодный ветер, а вы... В чем дело? Почему вы не хотите его впустить?» И они отодвинули задвижку на ставнях, раздули огонь в очаге, а ему только это и было нужно. Он уже прошел в дом. Словно в оправдании его поступка, снег повалил с удвоенной силой, погребая и горные вершины, и строение чуть ли не под самый карниз. И всю ночь напролет так жутко завывал ветер, что и с наступлением утра Акебоно беспечно остался лежать подле меня, я же все время трепетала от страха. Однако что я могла? Я ломала голову, как мне быть? А меж тем, когда солнце стояло уже высоко, прибыли двое его слуг, нагруженные различными дарами. «Час от часу не легче», — думала я, глядя, как они раздают подарки монахиням, все вещи, нужные в обиходе. «Теперь нам не страшны ни ветры, ни зимние холода», — ликовала настоятельница. Это была монашеская одежда, рясы, оплечья, дары, предназначенные в сущности Будде. И я была немало поражена, услыхав, как монахини говорят друг другу, «Наконец-то и нашу обитель убогую, как бедная хижина дровосека, озарила благостное сияние». Казалось бы, для них не должно быть более радостного события, чем посещение государя, разве что явление самого Будды. Однако, когда государь уезжал, они очень сдержанно его проводили. Никто из монахи не восторгался. О, прекрасно, великолепно! Столь неподобающее поведение, безусловно, следует осудить. Зато сейчас все прямо голову потеряли, так обрадовались щедрым подарком. Поистине, причудливо устроен суетный мир. Мне достались новогодние одеяния, не слишком яркие, темно-пурпурного цвета, их было несколько, и к ним тройное белое косоде. И хоть я по-прежнему терзалась тревогой, как бы кто-нибудь не проведал моей тайны, день прошел, как сплошной оживленный праздник. На завтра он ушел сказав, что оставаться надолго ему никак невозможно, и попросил «Проводи же меня хотя бы». На фоне бледного предрассветного неба искрился снег на горных вершинах, виднелись фигуры нескольких его слуг в белых охотничьих кафтанах, и когда он уехал, я сама не ожидала, что боль разлуки будет столь нестерпимой. В последний день года за мной приехала кормилица, слуги. «В вашем положении не следует оставаться в глухом горном краю», — сказала она, и мне пришлось против воли возвратиться в столицу. Так окончился этот год. Минувший год принес горе не только мне. По случаю смерти государя Го Саги весь мир погрузился в траур, и потому новогодние празднества отметили во дворце очень скромно, а мне опять вспомнился покойный отец, и снова слезы увлажнили рукав. Обычно с наступлением весны я всегда ходила молиться в храм бога Хатимана, но в этом году из-за траура не смела переступить священный порог и молилась, стоя поодаль за воротами. О том, как покойный отец явился мне во сне, я уже упоминала в другом месте, поэтому снова писать об этом не буду. Хатиман ⁇ бог, покровитель воинов. Под этим именем почитается дух легендарного императора. Отзина 201-310 годы, обожествленного после смерти. Один из трех главных храмов, посвященных Хатиману, находился близ столицы, на склоне горы Мужей, Отокаямы. Во второй луне вечером десятого дня я почувствовала приближение родов. Ничего радостного не было у меня в ту пору. Государь как раз в эти дни был весьма озабочен в делах трона, многое вершилось вопреки его воле. Я же пребывала в унынии. Государь как раз в эти дни был весьма озабочен. К этому времени относится начало конфликта по вопросу о престолонаследии, имевшего существенное значение в истории средневековой Японии. Прежние императоры Го Фукакуса и Камаяма Родные братья добивались права наследовать престол каждый для своих потомков. Правительство самураев в Камакуре разрешило спор, установив очередность: потомки обоих братьев должны были занимать престол поочередно. Впоследствии, однако, этот порядок стал поводом для длительной феодальной междуусобицы, продолжавшейся более полувека (1336—1392 годы). Все хлопоты, связанные с родами, взял на себя Дайнагон Дзенседзи. От государя вышло распоряжение монастырю добра и мира Нинадзи молиться в главном храме богу Айдзену. Настоятелю монастыря высшей мудрости Ханняндзи, епископу Нарутаки, приказано было взывать о благополучном разрешении от бремени к продлевающему жизнь Бадхисатви Фугену, а настоятелю монастыря Бисямон молиться целителю Якуси. Все эти молебны должны были совершаться в главных храмах. Как раз в это время из монастыря Кимбусен в столицу прибыл младший брат отца, епископ Дотё. «Не могу забыть, как тревожился о тебе покойный Дайнагон», — сказал он, — «и тоже пришел молиться». После полуночи родовые муки стали еще сильнее. Приехала моя тетка, госпожа Ке Гоку. Ее прислал государь. Явился дед Ке Буке. Возле меня собралось много народа. Ах, если б жив был отец, при этой мысли слезы выступили у меня на глазах. Прислонившись к служанке, я ненадолго задремала, и мне приснился отец совсем такой, каким я знала его при жизни. Мне почудилось, будто он с озабоченным видом подошел, чтобы поддержать меня сзади, и в этот самый миг родился младенец. Полагалось бы, наверное, сказать, родился принц. Роды прошли благополучно. Это, конечно, было большое счастье. И все же меня не покидала мысль о грехе, которым я связала себя с тем другим. Сакабоно и сердце мое рвалось на части. Хотя роды происходили, можно сказать, тайно, все же дядя Дзен Сёдзи прислал новорожденному принцу меч, талисман и все прочее, что положено для младенца, а также награды, пусть и не такие уж щедрые, священникам, возносившим молитвы. «Будь жив, отец!» Я, конечно же, рожала бы в усадьбе Кавасаки под отчим кровом, думала я, но нагон Дзенсёдзи, надо отдать ему справедливость, действовал весьма расторопно, позаботился обо всем вплоть до одежды для кормилицы, не забыл и звон тетивы. Звон тетивы — обряд, восходящий к древним магическим обрядам Китая. Первоначально из лука выпускали стрелы на все четыре стороны света. Впоследствии стали ограничиваться только звоном тетивы. Натягивая и отпуская тетиву лука, звоном ее отгоняли злых духов. Да и все другие обряды совершались, как предписывает обычай, один за другим в строгом порядке. Так незаметно, словно во сне, пролетел этот год. Много было радостного, торжественного, роды, звон тетивы, но много и горестного. Отец, явившийся мне во сне. Возле меня все время толпились люди, и хотя так уж повелось истори, но мне было тяжко думать, что я против воли оказалась выставленной на обозрение чужим посторонним взором. Младенец родился мужского пола. Это, конечно, была милость богов, но душа моя пребывала в ту пору в таком смятении, что невольно думалось, все напрасно. Такой грешнице, как я, не поможет даже подобная благодать. В двенадцатую луну, по заведенному обычаю, все во дворце очень заняты. Служат молебны, непрерывно происходит богослужение. Я тоже намеревалась отслужить дома молебен, когда совсем неожиданно Акебоно снова отважился навестить меня при свете невеселой зимней луны. Всю ночь длилось наше свидание. Утро настанет еще не скоро, это кричат ночные птицы, думала я. Увы, я ошиблась. Возвещая близкий рассвет, запели птички, незаметно наступило утро, стало совсем светло. «Теперь возвращаться опасно», — сказал он, и остался у меня в комнате. Мы проводили время вдвоем. Мне было страшно, а в это время принесли письмо государя, больше, чем обычно, полное ласковых слов любви. Письмо заканчивалось стихотворением. «Мне в безлунную ночь, что чернее, чем ягоды тута, от чего то во сне вдруг привиделось, будто к чужому» твой рукав на ложе прижался. Сердце у меня упало, я терзалась тревогой, что и как он видел во сне. Но что мне оставалось ответить? От тебя вдалеке, что не ночь, подстилаю печально в изголовье рукав, лишь сияние луны со мною. «Одинокое делит ложе», — написала я, сама содрогаясь от собственной дерзости, но, как бы то ни было, отделалась пристойным ответом. Сегодняшний день мы спокойно провели вместе, а меж тем все служанки в родной усадьбе и все живущие по соседству уже знали о нашей любви. Так я жила, невыносимо страдая в душе и не находя себе никаких оправданий. Той же ночью мне приснилось, будто Акебоно преподнес мне подарок — серебряную бутылочку с ароматическим маслом, поданную на веере украшенным изображением сосны. Мне снилось, будто я беру у него этот сосуд и прячу за пазуху. Удивленная, я проснулась, и как раз в этот миг зазвонил колокол в храме Канон, возвещая утро. Какой странный сон, подумала я, а он, спавший со мной рядом, рассказал мне потом, что видел точно такой же сон. Что сия означает, не могла надевиться я. Как только наступил Новый год, государь, в благодарность за благополучное окончание хлопот и тревог минувшего года, приказал, чтобы двенадцать монахов-песцов изготовили новый свиток «Лотосовой сутры», переписывая его в храме «Зала поучений» на шестой дороге, где некогда находился приют отшельника государя-монаха Го-Сиракавы чтобы не обременять расходами подданных, вознаграждение монахам было выдано целиком из дворцовой казны. Приют отшельника, буквально пещера отшельника, и насказательное название резиденции императора, отрекшегося от трона. Император, сложивший из себя бремя правления, как бы добровольно становился отшельником и удалялся от мирской суеты что не соответствовало реальному положению вещей в ту эпоху. В первую луну государь, надрезав себе палец, объявил воздержание и пост вплоть до семнадцатого дня второй луны и совсем перестал призывать к себе женщин. Меж тем, с конца второй луны я почувствовала недомогание, отвращение к еде. Сперва я посчитала это нездоровье обычной простудой, но мысленно сопоставив его с тем странным сном, постепенно поняла, что опять понесла, и на сей раз от Акебоно. Обмануть никого не удастся. Вот оно возмездие, наконец-то постигшее меня за мои прегрешения не выразить словами обуявший меня страх и тревогу. В последнее время я подолгу под различными предлогами жила дома, в усадьбе, и как только мне это удавалось. А -э постоянно навещал меня и вскоре сам догадался, что я в тягости. «Нужно сохранить это в тайне от государя», — сказал он. «Чей это грех?» — думала я, глядя, как он усердно возносит молитвы богам. В конце второй луны я снова приехала во дворец, и когда наступила пятая луна, сумела внушить государю будто четвертый месяц как понесла, тогда как на самом деле шел шестой. Но ведь разница в сроках неотвратимо обнаружится. Как же быть? замирая от страха, думала я. В седьмой день шестой луны Акебоно прислал ко мне во дворец одного за другим нескольких посланцев, требуя, чтобы я непременно возвратилась домой. «Что еще там стряслось?» — подумала я. «Когда же приехала, оказалось, он приготовил для меня ритуальный пояс». «Мне хотелось, чтобы ты надела пояс, который преподнес тебе я, а не кто-то другой», по-настоящему полагалось бы надеть его после четырех месяцев, но, опасаясь людских пересудов, я хотел повременить с подарком, и вот дотянул до этих пор. Но, услышав, что на двенадцатый день этой луны назначено поднесение пояса от государя, все же решился, — сказал он, — и я подумала, что Акебоно в самом деле всей душой меня любит. Однако мысль о том, к чему это приведет, что будет дальше снова наполнила меня скорбью. Целых три дня Акебона, как обычно, прятался у меня. В десятый день я могла бы вернуться во дворец, но вечером почувствовала недомогание и не поехала. По этой причине двенадцатого числа, в день заранее назначенный для обряда надевания пояса, мне привез его, как привозил в прошлый раз, Дайнагон, Дзенсёдзи. Мне вспомнилось, как обрадовался тогда покойный отец, как он воскликнул, что это, когда сам государь пожаловал к нам, и я залилась слезами. Увы, роса, увлажняющая рукав, выпадает не только осенью. Но что придумать, как скрыть правду? Нет, мне не отыскать выхода, ведь речь идет о целых двух месяцах. Все же мне не приходило в голову утопиться, похоронить себя на дне морском. Не оставалось ничего другого, как притворяться и вести себя, как ни в чем не бывало, хотя страх, как быть, что делать, неотступно терзал мне душу. А между тем уже наступила девятая луна. Страшась людских взоров, я покинула дворец, якобы для того, чтобы сделать приготовление к предстоящим родам. А Кэбоно пришел ко мне в тот же вечер, и мы стали советоваться, как быть. «Прежде всего, сообщи, что ты тяжело захворала», — сказал он. «И объяви всем и каждому, будто жрец Иньян говорит, что болезнь заразна, опасна для посторонних». Жрец Иньян Древняя китайская натурфилософия различала два противоположных, постоянно взаимодействующих начала, которые лежат в основе мироздания Ян светлое, сильное активное начало и Инь темное, слабое, пассивное. В средневековой Японии, однако, это учение свелось к астрологии и всякого рода ворожбе. При дворе существовало специальное ведомство, где служили жрецы-гадальщики. Они пользовались непререкаемым авторитетом, их предсказания не подвергались сомнениям. Я последовала его совету и постаралась распустить слух, будто лежу, не поднимаясь в постели, и так больна, что даже капли воды не могу проглотить не допуская посторонних, приблизила к себе только двух служанок. Дескать, болезнь настолько тяжелая. Впрочем, можно было обойтись без столь строгих предосторожностей. Никто особенно не спешил навещать меня. И я невольно снова с горечью думала, ах, если б жив был отец. Государю я написала, чтобы он не слал ко мне людей, но он все же время от времени писал мне, а я непрестанно трепетала от страха, как бы моя ложь не открылась. Однако покамест все шло гладко. Казалось, все поверили, что я и впрямь больна не на шутку. Только дай нагон Дзенседзи все же несколько раз приезжал, пытаясь меня проведать. Хорошо ли, что ты лежишь здесь одна? Что говорит лекарь? спрашивал он. По словам лекаря, болезнь на редкость заразная, встретиться с вами мне никак невозможно, отвечала я и отказывалась его принять. Иногда он настаивал, как хочешь, а меня это беспокоит. Тогда, затемнив комнату, я накрывалась с головой, лежала, не проронив ни слова, и он, поверив, что я и впрямь тяжело больна, уходил, а я терзалась угрозениями совести. Люди не столь близкие, как и нагон, и вовсе не приходили, так что Акебоно проводил у меня все ночи. В свою очередь он тоже объявил, будто затворился в храме Касуга, а сам послал кого-то вместо себя, велев этому человеку не отвечать на письма, приходившие в его адрес, и мне было грустно видеть, каким ухищрением ему приходится прибегать. Касуга, один из старейших синтоистских храмов в древней столице Японии, городе Нара. Основанный предками рода Фудзивара, он считался семейным храмом этой семьи и был посвящен их божественному предку, богу Амано Кояне, Акебоно. Санекане Сайондзи, потомок семейства Фудзивара, тоже поддерживал тесный контакт с этим храмом. Меж тем, примерно в конце девятой луны я почувствовала приближение родов. Никто из родных об этом не знал. При мне находились только две доверенные служанки. Я оглядела, как они суетятся, занятые разными приготовлениями, и думала, какую дурную славу оставлю по себе в мире, если умру родами. Как стыдно будет моим родным, которые заботились обо мне с грустью, думала я. Но день прошел, а ребенок все еще не родился. Зажгли светильник, и тут я, наконец, почувствовала, что вот-вот разрешусь от бремени. Конечно, при таких обстоятельствах никто не звенел тетевой, не совершалось никаких таинств, отгоняющих злых духов. Я одна, накрывшись с головой, мучилась болью. Помнится, прозвучал колокол, возвещающий полночь, когда Акебоно сказал... Я слыхал, что в такие мгновения надо сзади поддерживать роженицу. А мы забыли об этом, от того ты до сих пор и не разродилась. «Ну уже соберись с духом, держись покрепче!» И он приподнял меня. Я изо всех сил уцепилась за его рукав, и в этот миг дитя благополучно появилось на свет. «Вот и хорошо!» «Дайте ей рисового отвара скорее», — сказал Акебоно помогавшие мне женщины, и те удивились, когда он успел узнать все порядки. «Ну, а каков же младенец?» Он приблизил светильник, и я увидала черные волосики и широко раскрытые глазки. Один лишь взгляд бросила я на дитя, и таким дорогим оно мне показалось. Наверное, это и есть материнская любовь, чувство, которое я тогда ощутила. Меж тем Акебоно отрезал пуповину, лежавшим в изголовье мечом, завернул ребенка в белое косоде, взял его на руки и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты. Мне хотелось сказать, почему ты не дал мне хотя бы посмотреть на младенца подольше? Но это был бы напрасный упрек. И я молчала. Однако он, увидав, что я плачу, наверное, догадался о моем горе и, вернувшись, сказал, стараясь меня утешить, «Если суждено вам обоим жить на свете, обязательно когда-нибудь свидишься с этим ребенком». Но я никак не могла позабыть дитя, которое видела только мельком. Это была девочка, а я даже не узнаю, Куда она подевалась, думала я. И поэтому мне было особенно горько. Я твердила, будь что будет, мне все равно. Почему ты мне ее не оставил? Но сама понимала, что это было бы невозможно, и утирала рукавом тайные слезы. Так прошла ночь. И когда рассвело, я сообщила государю, из-за тяжкой болезни я выкинула ребенка, уже можно было различить, что то была девочка. — государь ответил, — при сильной лихорадке это не редкость. Врачи говорят, что такое часто бывает. Теперь выздоравливай поскорее. И прислал мне много лекарств. А я прямо места себе не находила. Так меня мучила совесть. Никакой болезни у меня не было. Вскоре после родов Акебоно, ни на минуту меня не покидавший, возвратился к себе, а из дворца я получила приказ. Как только минует положенный срок в сто дней, немедленно приезжай во дворец. Так я жила наедине с моими горестными раздумьями. Акебоно по-прежнему навещал меня почти каждую ночь я думала, рано или поздно люди непременно узнают о нашем греховном союзе, и оба мы не ведали ни минуты, когда тревога отлегла бы от сердца. Меж тем, маленький принц, родившийся у меня в минувшем году, бережно воспитывался в доме Дайнагона Дзенсёдзи, моего дяди, как вдруг я услышала, что он болен, и поняла, Ребенку не суждено поправиться. Это кара, неспосланная за то, что я так грешна. Помнится, в конце первой декады десятой луны, когда непрерывно струился холодный осенний дождь, я узнала, что его уже нет на свете. Исчез, как капля дождя. Мысленно я уже готовилась к этому, и все-таки эта весть потрясла меня неожиданностью не описать, что творилось в моей душе пережить собственное дитя. Что может быть тяжелее? Это та боль разлуки с дорогими твоему сердцу, о которой говорится в священных сутрах, и вся эта боль, казалось, выпала только на мою долю. В младенчестве я потеряла мать, когда выросла, лишилась отца. И вот снова льются слезы, увлажняя рукав, и некому поведать мою скорбь. И это еще не все. Я привязалась сердцем к Акебоно. Так горестно было мне расставаться с ним по утрам, когда он уходил. Проводив его и снова ложась в постель, я проливала горькие слезы, а вечерами в тоске ждала, когда снова его увижу, и плач мой сливался со звоном колокола, возвещавшего полночь. Когда же мы наконец встречались, наступали новые муки, тревога, как бы люди не проведали о наших свиданиях. Возвращаясь из дворца домой, я тосковала по государю, а живя во дворце снова терзалась сердцем, когда ночь за ночью он призвал к себе других женщин и горевала, как бы не угасла его любовь. Вот какова была моя жизнь. Так уж повелось в нашем мире, что каждый день, каждая ночь приносит новые муки. Говорят, будто страдания неисчислимы, но мне казалось, будто вся горесть мира выпала только на мою долю, и невольно все чаще думалось, лучше всего удалиться от мира, от любви и благодеяний государя и вступить на путь Будды. Помнится, мне было девять лет, когда я увидела свиток картин под названием «Богомольные странствия Сайгё». Сайго Хидесато Фудзивара (1118–1190 годы), выдающийся поэт средневековья, в 23 года ставший монахом и много странствовавший по стране. С одной стороны были нарисованы горы, поросшие дремучим лесом, на переднем плане река. Сайге стоял среди осыпающихся лепестков сакуры и слагал стихи. Только ветер дохнет, и цветов белопенные волны устремятся меж скал. Нелегко через горную реку переправиться мне с китальцу. С тех пор, как я увидела эту картину, душа моя исполнилась зависти и жажды сих дальних странствий. Конечно, я всего лишь женщина. Я не способна подвергать свою плоть столь же суровому послушанию, как сай -Гё, и все же я мечтала о том, чтобы, покинув суетный мир, странствовать, идти, куда глаза глядят. Любоваться росой, под сенью, цветущей сакуры, воспевать грустные звуки осени, когда клен роняет алые листья, написать, как сайге, записки об этих странствиях и оставить их людям в память о том, что некогда я тоже жила на свете. Да, я родилась женщиной и, стало быть, неизбежно обречена изведать горечь трех послушаний. Я жила в этом бренном мире, повинуясь сперва отцу, затем государю, но в душе моей мало-помалу росло отвращение к нашему суетному грешному миру. Три послушания. Согласно конфуцианским этическим представлениям, женщина должна была повиноваться отцу, затем мужу, а в случае смерти мужа — сыну. Эта осень государю тоже принесла огорчение, глубоко оскорбленный тем, что младший брат его, прежний государь Камаяма, вознамерился оставить за собой приют отшельника, иными словами, право ведать всеми делами, он решил сложить с себя звание старшего экс-императора и уйти в монахи. Собрав свою личную охрану, он щедро наградил каждого и объявил, что отныне отпускает их всех со службы. «При мне останется один Хисанори». Стражники удалились, утирая рукавом слезы. «А из женщин возьму с собой только госпожу Хигаси и Нидзё», — объявил государь так случилось, что печальная эта новость, напротив, сулила обернуться для меня радостью, ведь я давно мечтала уйти от мира. Но правители самураи в Камакуре сумели уладить дело и утешили государя, назначив наследником престола сына государя маленького принца, рожденного от госпожи Хигаси. Государь сразу воспрянул духом и отменил свое решение уйти в монахи портрет покойного государя Го Саги, хранившийся в угловом павильоне, перенесли во дворец на улице Огимати, а в угловом павильоне поселился юный наследник, отныне там была его резиденция. Госпожу Кё Гоку прежде служившую при дворе, определили воспитательницей к наследнику. Она доводилась мне родственницей, и хотя мы никогда не были особенно близки, ее отъезд еще сильнее усугубил мою грусть. Мне хотелось скрыться от печали этого мира куда-нибудь далеко, в горную глушь. О, если бы мне там, в Йосино, в пустыне горной! приют обрести, чтобы в нем отдыхать порою от забот и мира, но видно, злой рок препятствовал исполнению моих стремлений. Меж тем год подошел к концу. Государь все настойчивее звал меня назад во дворец, и раз уж обстоятельства никак не позволяли мне уйти от мира, я вернулась. Моя жизнь при дворе проходила под покровительством деда моего, Хё Букё. Его заботами не знала я недостатка в нарядах и ни в чем не нуждалась. Пусть не так, как отец, но все же дед всячески меня опекал, и это, прямо скажу, было отрадно. Однако с тех пор, как скончался маленький принц, мой сын, я все время грустила, считала его смерть наказанием за грех, который совершили мы с Акебоно. Я вспоминала, как государь, тайно навещавший младенца, говорил, глядя на его улыбку, на его по-детски милое личико, «Я как будто вижу свое изображение в зеркале, да ведь мальчик вылитый я». Эти воспоминания повергали меня в глубокую скорбь. Служба при дворе причиняла одни страдания. Ни днем, ни вечером я не знала покоя. Меж тем государыня, по непонятной причине, право я ни в чем перед ней не провинилась, запретила мне появляться в ее покоях и приказала вычеркнуть мое имя из списка ее приближенных, так что жизнь во дворце тяготила меня все больше. «Но ведь это не означает, что я тоже тебя покинул», — утешал меня государь. «Но на душе у меня было по-прежнему безотрадно. Все складывалось не так, как надо. Я избегала людей, стремилась к уединению. Видя, как я грущу, государь все больше жалел меня». И я, со своей стороны, была ему за это так благодарна, что, кажется, была бы ради него готова пожертвовать жизнью. В эти годы главной жрицей Сайгу, богини Аматерасу в храме Исе, была принцесса, одна из дочерей императора Инока Го Саги. Однако после его кончины принцессе пришлось облачиться в траур, и, стало быть, она уже не могла по-прежнему оставаться жрицей. Тем не менее, все еще не получая разрешения вернуться, она так и жила в Исе оставшись там еще на целых три года. Так вот, нынешней осенью эта госпожа возвратилась в столицу и поселилась в местности Кинугаса, неподалеку от храма Добра и мира. Покойный отец мой приходился ей дальним родичем, при жизни служил ей, оказал в особенности большое содействие, когда собирали ее в путь в Иссе. Все это привлекало меня к принцессе. К тому же мне нравилось ее уединенное жилище, куда почти никто не заглядывал, и я часто наведывалась туда, разделяя с принцессой часы ее одинокого досуга. Но вот однажды, помнится, это было в середине одиннадцатой луны, принцесса собралась навестить мать государя, вдовствующую государню Омияин, и та прислала во дворец Томикотзи человека, велев передать государю приезжайте вы тоже нехорошо если принимать ее буду лишь я одна в последнее время из за споров о назначении наследника государь не ладил с матерью и по этой причине уже давно у нее не бывал но на сей раз не желая давать повод для новых упреков согласился приехать я сопровождала государя и ехала с ним в одной карете на этот раз я надела тройное длинное одеяние, цвет изменялся от желтого к светло-зеленому. И поверх еще одно из легкого алого шелка на лиловом исподе. А так как после назначения наследника все женщины при дворе стали носить парадную китайскую накидку, я тоже набросила поверх моего наряда парадное красная карагину. Из всех служивших при дворе женщин лишь я одна сопровождала государя. Итак, мы приехали во дворец госпожи Омияин. Потекла веселая, непринужденная беседа. В разговоре государь упомянул обо мне. «Эта девушка воспитывалась при мне с самого детства», — сказал он. «Она привычна к придворной службе, поэтому я всегда беру ее с собой, когда выезжаю». А государыня, усмотрев в этом что-то предосудительное, запретила Нидзё бывать у нее и вообще стало плохо к ней относиться. Но я не намерен из-за этого лишить Нидзю своего покровительства. Ее покойные родители и мать, и отец перед смертью смертью поручили мне дочку. В память о нашей верной службе просим вас позаботиться об этом ребенке», — говорили они. Госпожа Омияин тоже сказала, «Ты прав, обязательно заботься о ней по-прежнему. К тому же опытный человек незаменим на придворной службе. Без таких людей всегда приходится терпеть ужасные неудобства». И, обратившись ко мне, милостиво добавила, можешь всегда без всякого стеснения обращаться ко мне, если понадобится. О, если б всегда так было, — думала я. Больше мне ничего не надо. Этот вечер государь провел в сердечной беседе со своей матушкой. У нее и отужинал, а с наступлением ночи сказал, пора спать и удалился в отведенный ему покой на той стороне дворца, где играют в ножной мяч. Слуг при нем не было. В поездке его сопровождали только вельможи, дай нагоны Сайондзи, Нагаске, Тамекане, Кана-Юки и Сука-Юки. С наступлением утра послали людей за Сайгу карету. Слуг стражников. Для встречи. Сайгу государь оделся с особым тчанием, надел светло-желтый кафтан на белом исподе, затканный цветочным узором, сверху длинное бледно-лиловое одеяние с узором цветов горячавки и такого же цвета, только чуть потемнее, хакама, тоже на белом исподе, все густо пропитанное ароматическими снадобьями. Вечером прибыла Сайгу. Встреча состоялась в покое на южной стороне главного здания. Повесили занавеси тусклых серых тонов, поставили ширмы. Перед тем, как встретиться с Сайгу, госпожа Омияин послала государю-прислужницу, велев сказать, пожаловала прежняя жрица богиня Аматерасу. Соблаговолите и вы пожаловать, и поговорить с ней. Без вас беседа не будет достаточно интересной. И государь тотчас же пришел. Как обычно, я сопровождала его, несла за ним его меч. Госпожа Омияин в темно-сером парчевом монашеском одеянии с вытканными по нему гербами в темной накидке сидела у низенькой ширмы таких же темных тонов. Напротив, роскошное тройное красное косоде принцессы на лиловом исподи и поверх него синее одеяние были недостаточно изысканы. Ее прислужница, очевидно, ее любимица, была в пятислойном темно-лиловом кимоно на светло-лиловом исподи, но без парадной накидки. Сайгу было уже за двадцать. Она оказалась вполне зрелой женщиной в самом расцвете лет и была так хороша собой, что невольно думалась. Не мудрено, что богиня, жалея расстаться с такой красавицей, задержала ее у себя на целых три года. Она была прекрасна, как цветущая сакура. Такое сравнение никому не показалось бы чрезмерным. В смущении пряча лицо, она закрывалась рукавом точь в точь цветущее дерево сакуры, когда оно кутается в весеннюю дымку. Я любовалась ею, а уж государе тем более. Мне, знавший его любвеобильный характер, было ясно, какие мысли сразу возникли у него при виде принцессы, и на сердце у меня защемило. Государь говорил о том, о сём, сайгу, тоже отрывисто рассказывал о своей жизни в храме Иссе, но вскоре государь сказал, «Час уже поздний, спите спокойно, а завтра по дороге домой полюбуйтесь осенним видом горы Арасиямы. Деревья там уже совсем обнажились, с этими словами он удалился, но не успел войти в свои покои, как сразу обратился ко мне. Я хотел бы передать Сайгу, что я от нее без ума, как это сделать». Мне стало даже смешно. Все в точности, как я и предполагала. А он продолжал. «Ты служишь мне с детских лет, докажи свою преданность. Если ты исполнишь мою просьбу, я буду знать, что ты впрямь предана мне всей душой». Я сразу же отправилась с поручением. Государь велел передать только обычные, подобающие случаю слова. «Я рад, что смог впервые встретиться с вами» удобно ли вам почивать в незнакомом месте и в таком роде. Но, кроме того, я должна была тихонько отдать принцессе его письмо. На тонком листе бумаги было написано стихотворение «О нет, ты не знаешь, как ярко пылает в груди твой образ желанный, хоть тебя впервые увидеть довелось мне только сегодня». Была уже поздняя ночь. В покоях Сайгу все ее прислужницы спали. Сайгу тоже спала, со всех сторон окруженная высоким занавесом. Я подошла к ней, рассказала, в чем дело, но Сайгу, зардевшись краской смущения, в ответ не промолвила ни словечка, а письмо отложила в сторону, как будто вовсе не собиралась даже взглянуть на него. «Что прикажете передать в ответ?» — спросила я. Но она сказала только, что все это чересчур неожиданно, она даже не знает, что отвечать, и снова легла. Мне тоже стало как-то неловко. Я вернулась, доложила государю, как обстоит дело, и окончательно растерялась, когда он потребовал, как бы то ни было, проводи меня к ней, слышишь? Проводи, слышишь? Хорошо. Разве лишь показать вам дорогу, ответила я, и мы пошли. Государь, по-видимому, решив, что парадное одеяние будет выглядеть слишком торжественно в таких обстоятельствах, крадучись, направился вслед за мной в покое Сайгу только в широких шароварах Хакама. Я пошла вперед и тихонько отворила раздвижные перегородки. Сайгу лежала все в той же позе. Прислужницы, как видно, крепко уснули, кругом не раздавалось ни звука. Государь, пригнувшись, вошел к Сайгу через прорези занавеса. Что будет дальше? Я не имела права уйти, и поэтому прилегла рядом с женщиной, спавшей при госпоже. Только тогда она открыла глаза и спросила, кто тут. Я ответила, нехорошо, что при госпоже так мало людей, вот я и пришла вместе с вами провести эту ночь. Женщина, поверив, что это правда, пыталась заговорить со мной, но я сказала, уже поздно, спать хочется, и притворилась, будто уснула. Однако занавес, за которым лежала Сайгу, находился от меня очень близко, и вскоре я поняла, что Сайгу, увы, не оказав большого сопротивления, очень быстро сдалась на любовное домогательство государя. Если бы она встретила его решительно, не уступила бы ему так легко. Насколько это было бы интереснее, думала я. Было еще темно, когда государь вернулся к себе. «Цветы у Сакуры хороши», — сказал он, — «но достать их не стоит большого труда, ветви чересчур хрупки». «Так я и знала», — подумала я, услышав эти слова. Солнце стояло уже высоко, когда он, наконец, проснулся, говоря, что это со мной, сегодня я ужасно заспался. Был уже полдень, когда он, наконец, собрался отправить принцессе утреннее послание. Потом он рассказал мне, что Сайгу написала в ответ только несколько слов. «Призрачным сновидением, кажется, мне ваше вчерашнее посещение. Я как будто все еще не проснулась». Будут ли сегодня какие-нибудь празднества, чтобы развлечь Сайгу, которую вчера мне довелось впервые увидеть? Спросил государь у матери и, услышав ответ, что никаких особых развлечений не предполагается, приказал Дайнагону Дзенседзи устроить пир. Вечером Дайнагон доложил, что все готово государь пригласил пожаловать свою матушку, я разливала саке, ведь я была допущена и к его особе и ко двору госпожи его матери. три первые перемены кушани прошли без вина, но дальше так продолжать было бы скучно и госпожа омияин обратившись к сайгу сказала чтобы ее чарку поднесли государю. Были приглашены также дайнагоны Дзенсёдзи и Сайондзи. Они сидели в том же зале, но поодаль за занавесом. Государь велел мне поднести от его имени чарку саке дайнагону Дзенсёдзи, но тот стал отказываться. «Нет, нет, ведь я сегодня распорядитель. Поднесите первому Сайондзи». Однако государь сказал, «Ничего, можешь не церемониться, это не так пожелала». И ему пришлось выпить. С тех пор, как скончался мой супруг, государь Инок Го Сага, сказала госпожа Омияин, не слышно ни музыки, ни пения, хоть сегодня повеселитесь от души в волю. Позвали женщин из ее свиты, они стали играть на цитре, а государю подали лютню. Дайнагон Сане Кане Сайонзи тоже получил лютню. Кане Юки принесли флейту. По мере того, как шло время, звучали все более прекрасные пьесы. Сане Кане и Кане Юки пели песнопение «Кагура», Дайнагон Дзенсёдзи исполнил песню «Селение Цэрю», которая ему особенно хорошо удавалась. Сайгу упорно отказывалась от Сакэ, сколько ее не уговаривали, и государь сказал, «В таком случае я сам поднесу ей чарку», и уже взялся за бутылочку, но тут госпожа Омиямин сама налила ему Сакэ, сказав при этом, «К вину полагается закуска». Спой же нам что-нибудь. Кагура, ритуальные песнопения и пляски, исполняемые при сионистских храмах. Государь исполнил песню И мое. Старый угольщик бедняга, он в лесу один живет, грустно хворост собирает, И зимы уныло ждет. «И мое, и мое ута» — буквально современная песня, песня на новый лад, лирическая песня, состоящая из четырех или восьми стихов в виде исключения десяти. Схема строфы — четверостишие. Эта поэтическая форма получила распространение в X-XIII веках. Песня звучала так прекрасно, что госпожа Омия-Ин сказала я сама выпью это вино и пригубив его три раза передала чарку сайгу а государь вернулся на свое место хоть и говорится что у сына неба нет ни матери ни отца продолжала госпожа оми яин а все же благодаря мне твоей недостойной матери ты был императором смог вступить на престол украшенного всеми десятью добродетелями и снова выразила желание послушать песню в исполнении сына. «Я всем обязан вам, матушка», — отвечал государь и самой жизнью, и императорским престолом, и нынешним почетным титулом прежнего государя. Все это ваши благодеяние. Могу ли я пренебречь вашей волей?» И он спел песню «И мое», повторив ее трижды. «На холм черепаши, беспечно играя», Слетела с небес журавлиная стая. Пусть годы проходят, пусть время бежит, Покой нерушимый в державе царит. Он трижды поднес чарку саке госпоже Омияин. Потом сам осушил ее и, вслед за тем, велел передать полную чарку дай нагону Дзенседзе, сказав Сане кане пользуется вниманием красавиц. Завидую. После этого вино было послано всем придворным, и пир окончился. Я думала, что эту ночь государь опять проведет у Сайгу, но он сказал, кажется, я чересчур много выпил, разотри ко мне спину, и сразу уснул. На следующий день Сайгу вернулась к себе. Государь тоже уехал, но не домой, а во дворец Конринден, в усадьбу своей бабки, госпожи Китаямы. Она прихварывала, и он поехал ее проведать. Там мы и ночевали, а на другой день возвратились во дворец Томикодзи. В тот же день вечером государю явился посланец от государыни. Оказалось, ему велено передать. Нидзё ведет себя как нельзя более вызывающе, поэтому государыня запретила ей бывать при ее дворе. Однако государь чересчур снисходителен к этой недостойной особе и благоволит ей по-прежнему. Вот и на сей раз, как слышно, госпожа Нидзё ехала в одной карете с государем в тройном нарядном платье, так что люди говорили, не дать не взять выезд государыни, да и только. Такая дерзость, оскорбление для моего достоинства, прошу отпустить меня, я уйду от мира, затворюсь в Фусимии или где-нибудь в другом месте. Государь ответил. Все, что вы велели передать мне, я выслушал. Сейчас не стоит снова заводить речь о Нидзю. Ее мать, покойная Дайнагонноске, в свое время служила мне днем и ночью, и я любил ее больше всех моих приближенных. Мне хотелось, чтобы она вечно оставалась со мною, но, увы, она покинула этот мир. Умирая, она обратилась ко мне, сказав Позвольте моей дочери служить вам, считайте ее живой памятью обо мне. И я обещал ей исполнить ее желание. Но и это еще не все. О том же просил меня перед смертью отец Нидзё, Покойный дай нагон Масатада. Недаром сказано «государь лишь тогда государь, когда поступает в соответствии со стремлениями подданных». Подданный лишь тогда становится подданным, когда живет благодеяниями своего государя. Я охотно ответил согласием на просьбу, с которой в смертный час обратился ко мне Дайна Гон Масатада. А он, в свою очередь, сказал, «Больше мне не о чем мечтать на этом свете», и с этими словами скончался. Слово, однажды данное, нельзя возвратить назад. Масатада с женой, несомненно, следят за нашими поступками даже с того света и с поросшей травой могилы. И пока за Нидзё нет никакой вины, как же я могу прогнать ее, обречь на скитание, лишить приюта? Что же до тройного облачения, которое надела Нидзё, так нынче она отнюдь не впервые так нарядилась. Когда четырех лет от роду ее впервые привезли во дворец, ее отец Масатада сказал, «У меня пока мистранг еще низкий, поэтому представляю вам Нидзю как приемную дочь Митимицу Кога, ее деда, главного министра» и я разрешил ей пользоваться каретой с пятью шнурами и носить многослойные наряды, сшитые из двойных тканей. Кроме того, ее мать, спокойная Дайнагон Носке, была приемной дочерью главного министра Китаямы. Следовательно, Нидзё доводится приемной внучкой также и его вдове, госпоже Китаями. Она сама надела на Нидзё хакама, когда пришло время для свершения этого обряда и сказала при этом, «Отныне ты можешь всегда, когда пожелаешь, носить белые хакама, прозрачные легкие одеяния и другие наряды». Ей было разрешено входить и выходить из кареты, которую подают прямо к подъезду. Все это — дело давно известное, старое, с тех пор прошло много лет, и мне непонятно, отчего вы внезапно снова об этом заговорили. Неужели из-за того, что среди ничтожных стражников-самураев пошли толки о том, будто Нидзю держит себя как государыня? Если это так, я досконально расследую эти слухи, и, будя окажется, что Нидзю виновна, поступлю с ней, как она того заслужила, но даже в этом случае было бы недопустимо прогнать ее из дворца, обречь на скитание, лишить приюта. Я просто понижу ее в ранге, чтобы она продолжала служить, но как рядовая придворная дама. Что же до вашего желания принять постриг, то сие благое стремление должно созреть постепенно, как внутренняя потребность души, и со временем, возможно, так оно и произойдет. Однако от внешних обстоятельств такое решение зависеть никак не может. Такой ответ — послал государь своей супруге. «С тех пор государыня преисполнилась ко мне такой злобы, что мне даже дышать стало трудно. Только любовь государя служила мне единственным утешением». «Ну, а что касается Сайгу...» то жалость брала меня при одной мысли, что творится у принцессы на сердце после той, похожей на сновидение ночи во дворце Сага, ведь государь с тех пор, казалось, вовсе о ней забыл. — Жалея Сайгу, я сказала и не так уж неискренне, — неужели вы так и встретите Новый год, ни разу не навестив ее? — Да, ты права, — отвечал государь и написал принцессе, — улучшите время и приезжайте. С этим письмом я отправилась к Сайгу. Меня приняла ее приемная мать-монахиня, и горько плача принялась упрекать. А я-то думала, Сайгу ничто не может связать с государем, кроме дел божьих, из-за заблуждения одной единственной ночи, о коих раньше и помыслить-то было бы невозможно. Она, бедная, так страдает, — сетовала она, проливая обильные слезы. Так что я совсем была растерялась. Я приехала передать пожелание государя. Он хотел бы встретиться с Сайгу, если у нее найдется время, — сказала я. — Найдется время? — воскликнула монахиня. — Да если дело стало только за этим, так у Сайгу всегда есть время. Я тотчас же вернулась, передала государю этот ответ, и он сказал, «Если бы любовь Сайгу походила на горную тропку, по которой пробираешься все дальше в глубину гор, преодолевая преграды, это было бы куда интереснее. Я мог бы не на шутку к ней привязаться. А когда все происходит легко и просто, невольно всякий интерес пропадает. Но все же он велел приготовить и тайно послать за ней карету в поздний час, когда месяц уже взошел на небо. Путь от Киногасы не близкий. Было уже за полночь, когда Сайгу прибыла во дворец. Прежние жилые покои, выходившие на дорогу кё гоку стали теперь дворцом наследника, потому карету подвезли к галерее Ивового павильона и провели Сайгу в комнату по соседству с личными покоями государя. Я, как всегда, прислуживала при опочивальне и находилась за ширмами. До меня доносились упреки Сайгу. Она пеняла государю за то, что он ни разу ее не посетил. И, слыша эти слова, я невольно думала, что она вправе питать обиду. Меж тем постепенно рассвело, звон колокола, возвестив о наступлении утра, заглушил звуки плача, и Сайгу уехала. Каждый мог бы заметить, как промокли от слез рукава ее одеяния. Миновал еще год. На душе у меня становилось все безотраднее. Даже съездить домой все не было случая. Как-то раз в конце года, узнав, что сегодня ночью к государю пригласили госпожу Хигаси, я, сославшись на нездоровье, сразу после вечерней трапезы тихонько удалилась к себе, и у порога своей комнаты внезапно увидела Акебоно. Я растерялась, испугалась, как бы кто-нибудь его не увидел, но он стал упрекать меня, выговаривать за то, что в последнее время мы давно уже не встречались. Я подумала, что он не так уж не прав, и украдкой впустила его к себе. И когда спустя несколько часов он встал и ушел еще затемно, не дожидаясь рассвета, я ощутила боль разлуки, даже более острую, нежели сожаление об уходящем годе. Но я ничего не могла с собой поделать. Даже сейчас, при воспоминании о наших встречах, слезы капают на мой рукав. Свиток второй. Словно белый конь, на мгновение мелькнувший мимо приотворенной двери, Словно волны речные, что текут и текут, но назад никогда не вернутся. Мчатся годы человеческой жизни. И вот мне уже исполнилось восемнадцать. Словно белый конь, образ заимствован из книги древнекитайского мыслителя Джоэн Цзы, Жизнь человека между небом и землей так же мимолетна, как белый же ребенок, промелькнувший мимо дверной щели. Словно волны речные, образ заимствован из книги «Камоно Тёмей. Записки из кельи. 1212 год». Струи уходящей реки, они непрерывны, но они все не те же, не прежние воды. Перевод Конрада «Японская литература» в образцах и очерках «Ленинград», 1927 год. Но даже теплый весенний день, когда весело щебетали бесчисленные пташки и ясно сияло солнце, не мог развеять гнетущую сердце тяжесть. Радость первой весны не веселила мне душу. В этом году праздничную новогоднюю чарку подносил государю главный министр Митимаса. Это был придворный императора Камаямы, ныне тоже оставившего трон. Наш государь не очень-то его жаловал, но после того, как в прошлом году правители самураи в Камакуре согласились назначить наследником сына нашего государя, принца Хирохито, Государь сменил гнев на милость и почти совсем перестал сердиться на вельмож из окружения экс-императора Камаямы. И вот чтобы раз и навсегда покончить с былыми спорами, государь нарочно пригласил главного министра выполнить почетную роль подносящего ритуальную чарку

Все дамы старательно позаботились о том, чтобы искусно подобрать цвета своих многослойных нарядов, усердствовали, стараясь одеться как можно более красиво. А мне вспомнилось, как в былые годы праздничную чарку подносил государю покойный отец, и, невзирая на праздник, слезы тоски о прошлом увлажнили рукав. В середине второй луны во дворце было шумно, царило всеобщее оживление, отмечали праздник вареного риса. Как обычно, придворных разделили на две группы, женскую и мужскую. Мужчин возглавлял наследник, ему помогал правый министр Моротада. Женщинами руководил государь. Нам предстояло соревноваться в сложении стихотворений «Танка». Партнеров назначали по жребию. Моим соперником оказался министр Моротада. Приказано было проявить как можно больше изобретательности, придумывая оригинальные награды для победителей. Обычай ударов мешалкой соблюдался в этом году с особым рвением обычай ударов мешалкой считалось, что если в пятнадцатый день первого новогоднего месяца ударить женщину хворостинкой или деревянной лопаткой, которой размешивают рисовую кашу, она родит мальчика. Для нас, женщин, это было просто невыносимо. Оно бы еще ничего, если подарил один государь. Но он созвал всех придворных вельмож, и они так и норовили огреть нас мешалкой, которые размешивают на кухне рис. Мне было очень досадно. И вот вдвоем с госпожой Хигаси мы сговорились через три дня, то есть в восемнадцатый день первой новогодней луны, в отместку побить самого государя. Госпожа Хигаси, вторая супруга экс-императора Го Фукакусы, также происходившие семейство Фудзивара, мать принца Хирохито, будущего императора Фусими. В этот день, после окончания утренней трапезы, все женщины собрались в покое для придворных дам. Двух дам, Синдай Нагон и Готюн Нагон, мы решили поставить в купальни у входа снаружи стояли Бетто и Куго в жилых покоях госпожа Тюнагон, на галерее дамы Масимидзу и Сабуро. А мы с госпожой Хигаси с невинным видом беседовали в самой дальней из комнат, а сами поджидали, государь непременно сюда зайдет. Как мы и рассчитывали, государь ни сном, ни духом, ни о чем не догадываясь, с непринужденным видом в широких шароварах Хакама вошел в комнату со словами. «Отчего это сегодня во дворце не видно ни одной дамы? Есть здесь кто-нибудь?» Госпожа Хигаси только этого и ждала. Она сразу набросилась сзади на государя и обхватила его руками. «Ох, я пропал! Эй, люди, сюда, на помощь!» Нарочито шутливым тоном громко закричал государь, но на его зов никто не явился. «Хотел было прибежать Дайнагон Моротада», дежурившей в галерее, но там стояла госпожа Масимидзу. Она преградила ему дорогу говоря: Не могу пропустить, на это есть причина. Увидев что в руках она держит палку, дай нагон пустился на утек. Тем временем я, что было сил, несколько раз ударила государя мешалкой и он взмолился: Отныне всем мужчинам бить женщин будет заказано. И так я считала, что таким путем мы и достаточно отомстили. Но вдруг в тот же день во время вечерней трапезы государь, обратившись к дежурившим во дворце вельможам, сказал, «Мне исполнилось нынче тридцать три года, но, судя по всему, Новый год оказался для меня злосчастным. Да, сегодня на мою долю выпало ужасное испытание» чтобы меня, занимавшего престол императоров, украшенных десятью добродетелями, владыку Поднебесной, повелителя десяти тысяч колесниц, меня, государя, били палкой? Такого, пожалуй, даже в древности не случалось. Отчего же никто из вас не пришел мне на помощь? Или, может быть, вы все тоже заодно с женщинами?» Услышав эти упреки, вельможи стали на перебой оправдываться. Как бы то ни было, сказал левый министр, такой дерзкий поступок, как нанесение побоев самому государю, пусть даже поступок совершен женщиной, все равно тяжкое преступление. В прежние времена даже величайшие злодеи, враги трона, не осмелились бы совершить нечто подобное подданный не смеет наступить даже на тень государя, не то что ударить палкой драгоценное тело. Это из ряда вон ужасное, неописуемо тяжкое преступление. За такой проступок ни в коем случае нельзя отделаться легким наказанием в один голос, заявили все присутствующие. И дай нагон Бомон, и дай нагон Дзенседзи, мой дядя, и дай нагон Кане Сайонзи. Но кто же они, эти женщины, совершившие столь тяжкий проступок? Как их зовут? Сообщите нам как можно скорее их имена, и мы обсудим на совете вельмож, какое наказание им назначить. Особенно горячился мой дядя, Дайнагон Цзэнсёдзи ложится ли на всю родню преступление, за которое не может расплатиться один человек? — спросил государь. «Разумеется, недаром сказано, все шестеро ближайших родных, стало быть, родственники тоже в ответе, на перебой твердили вельможи». «Хорошо. Слушайте. Меня ударила дочь покойного Дайнагона Масатады, внучка Хёбукё, Дайнагона, племянница Дайнагона Дзен -сё Дзи, к тому же он ее опекун, так что она ему все равно, что родная дочь. Иными словами, это сделала Нидзё. Поэтому вина ложится, пожалуй, в первую очередь на Дзен -сё Дзи, который доводится ей не только дяди, но и заменяет отца, объявил государь, и, услышав это, все вельможи дружно расхохотались. Обрекать женщину на ссылку в самом начале года — дело хлопотливое и непростое, и уж тем паче отправлять в ссылку всю ее родню чересчур большая возня. Нужно срочно назначить выкуп. В древности тоже бывали тому примеры. Стали тут толковать вельможи, поднялся шум и споры. Услышав их, я сказала, вот уж не ожидала. В пятнадцатый день государь так больно бил всех нас, женщин, мало того, созвал вельмоши придворных, и все они нас стегали. Это было обидно. Но я смирилась, ибо таким ничтожным созданием, как мы, ничего другого не остается. Но госпожа Хигаси сказала мне, давай отомстим за нашу обиду, ты тоже помогай конечно помогу сказала я и ударила государя вот как все это получилось поэтому я считаю что несправедливо наказывать только меня одну но поскольку не существует вины более тяжкой чем оскорбление августейшей особы ударом палки несмотря на все мои возражения в конечном итоге вельможи сошлись на том что придется уплатить выкуп дай нагон Дзенседзи поспешил к деду моему Хебуке сообщить обо всем случившемся. Невероятная, ужасная дерзость! Нужно поскорее внести выкуп, воскликнул хё -бу Кё. — С таким делом медлить не подобает. Все равно придется платить. И в двадцатый день сам появился во дворце. Выкуп был поистине грандиозным. Государю дед преподнес кафтан, десять косоде светло-зеленого цвета и меч. Шестерым вельможам, начиная с левого министра Маратады, каждому по мечу, дамам около сотни пачек драгоценной сжатой бумаги. На следующий двадцать первый день наступила очередь платить выкуп Дайнагону дзенсёдзи Государю он преподнес темно-пурпурную шелковую парчу, свернув ткань в виде лютней цитры, и чарку из лазурита в серебряном ларчике. Лазурит — камень, упоминаемый в буддийской литературе в числе семи драгоценных камней. Вельможи получили коней, валов, придворные дамы, яркие ткани, свернутые наподобие подносов, на которых лежали нитки, смотанные в виде тыквы-горлянки. В этот день был устроен пир, даже более пышный, чем всегда. Тут как раз во дворец приехал епископ Рюбен. Государь тотчас пригласил его принять участие в пиршестве. В это время подали морского окуня дом Сидзё славится кулинарным искусством, обращаясь к епископу, сказал государь, увидев рыбу. Вы происходите из этого рода. Покажите же нам, как нужно разделать рыбу. Разумеется, Рюбен наотрез отказался, но государь продолжал настаивать. Дайнагон Дзэнсёдзи принес кухонную доску, поварской нож, палочки и положил все это перед епископом. На отрез отказался. Буддийская религия категорически запрещала не только убийство, но и употребление в пищу всех живых существ, в том числе, разумеется, и рыбы. Вот, видите, «Теперь вам уже нельзя отказаться», — сказал государь. Перед ним стояла налитая чарка, он ждал закуски. Делать нечего, пришлось епископу, как был в монашеской рясе, взяться за нож, чтобы разделать рыбу. Поистине необычное зрелище. «Но только голову резать я никак не могу, увольте», — сказал он, отрезав первый кусок. «Ну вот еще, режьте, режьте!» — приказал государь, и епископ и в самом деле очень ловко разделал рыбу, после чего сразу же встал и ушел. Государь остался очень доволен и послал ему вдогонку подарок — чарку из лазурита в серебряном ларчике, которую только что получил от Дайнагона Дзенсёдзи. Тем временем Дайнагон Дзенсёдзи сказал, и Фе Буке, дед госпожи Нидзё, и я ее дядя, родня с материнской стороны. Между тем, насколько я знаю, еще здравствует ее бабка по отцовской линии. Имеется, как будто еще и тетка. На них, что же, не будет налагаться взыскание». «Справедливо сказано!» — воскликнул государь. «Но обе эти женщины некровная родня Нидзё». Налагать на них наказание было бы, пожалуй, несколько чересчур. Отчего же? Нужно послать к ним Нидзю. Пусть она сама обо всем расскажет. Кроме того, ее с детских лет опекала ваша августейшая бабушка, госпожа Китаяма. Да и о покойной матери Нидзё госпожа Китаяма, всегда заботилась, продолжал настаивать дай нагон Дзенседзи. Если требовать выкуп на таком основании, то, пожалуй, не столько с госпожи Китаямы, сколько с тебя, — сказал государь, обращаясь к Дайнагону Санэкане Сайонзи. — С меня? Но я уж тут вовсе ни при чем, — возразил тот, но государь отверг его доводы. Отговорки здесь не помогут, и, в конце концов, Дайнагону Сайонзи тоже пришлось платить выкуп за мой проступок. Как обычно, он поднес государю одеяние и лодочку, вылепленную из ароматической смолы аквиларии с фигуркой кормчиво, сделанной из мускусных мешочков. Левый министр получил меч и вала, остальные вельможи — валов, дамы — разноцветную бумагу в золотых и серебряных блесках с узорами, изображавшими струи воды. Но Дайнагон Дзенседзи на этом не успокоился и сообщил монахине Кога, отцовой мачехе, «Так, мол, и так, мы все уплатили выкуп, хорошо бы вам тоже принять участие». «Дело вот в чем», — прислала ответ монахине. «Двух лет Нидзё потеряла мать. Отец Дайнагон жалел девочку, души в ней не чаял и чуть ли не с пеленок отдал ребенка во дворец. Я была уверена, что она получит там образцовое воспитание, лучше, чем дома среди нас неразумных, и уж никак не думала, что она превратится в столь необузданную особу. Это упущение государя, который ее воспитывал». Не потому ли не научилась она отличать высших от низших, что ее слишком баловали, во всем потакали? Вот она и вообразила о себе невесть что. Я за это не в ответе. Позволю себе дерзость заметить, что если государь считает меня виновной, пусть соизволит прислать ко мне посланца непосредственно от своего высокого имени — в противном случае я не собираюсь иметь к этому делу ни малейшего отношения. Будь масата дожив, да он искупил бы вину дочери, поскольку безрассудно ее любил. Что же до меня? то я вовсе не чувствую особой жалости к Нидзё. И если бы, к примеру, государь приказал мне вообще порвать с ней всякую родственную связь, я была бы готова выполнить это его приказание так же послушно, как любое другое». Когда Дайнагон Дзенсёдзи привез это письмо во дворец и прочитал его государю, вельможи сказали, «Госпожа монахиня не так уж не права». Она вполне резонно ссылается на обстановку, в которой Нидзё росла во дворце. Да, недаром сказано, что если человек взвалил на себя заботу о женщине, ему придется таскать это бремя на спине вплоть до трех переправ в подземном мире. «Но что же получается?» — сказал государь. «Выходит, я потерпел урон, и мне же следует его возместить». Когда правители упрекают подданных, вполне естественно, что подданные пытаются оправдаться, заявили вельможи. Тут все начали высказывать разные суждения по этому поводу, и в конце концов дело кончилось тем, что государю тоже пришлось вносить выкуп. По его поручению сунето вручил дары. Вельможи получили каждый по мечу, а женщины по набору косоде. Все это было так забавно, что словами не описать. В третью луну, в день поминовения государя-монаха Го Сиракавы, по заведенному обычаю состоялось пятидневное чтение сутры часовня, воздвигнутая этим государем при дворце по шестой дороге, сгорела в десятом году Бунэй и служба совершалась во временном молельном зале при дворце Огимати. В последний день чтений к нам во дворец прибыл гость, духовное лицо принц-епископ Седзё, настоятель храма добра и мира. Епископ Седзё, сын императора Го Саги, один из младших единокровных братьев государя Го Фукакусы. Государь отсутствовал. Он находился на богослужении во дворце Огимати. «Подожду августейшего возвращения», — сказал настоятель и расположился в одном из залов. Я вышла к нему, сказала, что государь, должно быть, скоро вернется, и уже хотела уйти, когда он попросил «побудьте немного здесь», и я осталась, ибо в общении со столь высокой персоной было бы неприлично вдруг ни с того ни с сего убежать. Хотя меня несколько удивило, зачем я ему понадобилась. Его преподобие повел речь о разных стародавних делах. «Я, как сейчас, помню слова вашего покойного отца Дайнагона», — сказал он. Мне было приятно это услышать. Я почувствовала себя свободнее и, сидя напротив настоятеля, с удовольствием внимала его речам. Как вдруг что это? Услышала признание в любви, чего уж вовсе не ожидала. С каким презрением, наверное, взирает Будда на мое греховное сердце, сказал он. Это было так неожиданно и так странно. Я хотела как-нибудь замять разговор и уйти, но он не пустил меня, удержав за рукав. «Обещай улучшить минутку и прийти на свидание», — сказал он, утирая рукавом рясы неподдельные слезы. В полном замешательстве я пыталась встать и уйти, как вдруг раздался голос «Возвращение Его Величества!» — послышался шум шаги воспользовавшись этим я вырвалась и убежала у меня было такое чувство, будто мне привиделся удивительный странный сон государь ничего не подозревая приветствовал настоятеля давно они видались предложил ему вино и закуску по долгу службы я присутствовала при этой трапезе навряд ли кто нибудь догадывался что при этом было у меня на душе. Надо сказать, что в это время отношения между двумя прежними государями, Камаямой и Гофукакусой, были более чем прохладны. Стало известно, что правители самураи в Камакуре, весьма недовольные этой размолвкой, предложили, чтобы государь Камаяма нанес визит старшему брату, дабы весь мир увидел, что все недоразумения уже в прошлом. Тут начали обсуждать, чем и как развлечь гостя, показать ли ему сады или, может быть, устроить в его честь игру в мяч. Как бы получше его встретить, стал совещаться государь с министром Коное. Как только он пожалует, надо как можно скорее предложить ему угощение. А когда во время игры в ножной мяч понадобится немного передохнуть и поправить одежду, следует подать разбавленный сок хурмы, настоянный на саке. «Поднести напиток лучше всего поручить кому-нибудь из придворных женщин», — сказал министр. «Кому же вы советуете?» — спросил государь эта обязанность была возложена на меня. Дескать, и возраст, и происхождение у нее подходящие. Я надела шаровары хакама и шелка сердца, семислойное косоде красного цвета разных оттенков, другое — желтое на зеленом исподе и светло-зеленую парадную накидку. Под всем этим было тройное узорчатое косаде с узкими рукавами розовых и красных оттенков и двойное одеяние из китайской парчи. Наконец государь Камаяма прибыл и, взглянув на сиденье, поставленное для него рядом с сиденьем нашего государя, сказал «При нашем отце, покойном государе Го-Саге, я, как младший, всегда сидел ниже вас, а здесь этот порядок нарушен, и приказал поставить свое сиденье пониже. В повести о Гэнзи описано, как прежний государь Судзаку и император Рэй посетив усадьбу принца Гэнзи, увидели, что принц Гэнзи поставил свое сиденье ниже. Тогда они особым указом повелели ему всегда садиться рядом наравне с ними, — ответил наш государь. — Почему же вы хотите сесть ниже меня, хозяина? И все нашли такой ответ весьма изысканным и удачным. Потом был устроен пир по всем правилам этикета, а когда пир закончился, пришел наследник, и началась игра в мяч. Примерно в середине игры государь Камаяма прошел в зал для короткого отдыха, а в это время госпожа Бетто, распорядительница, принесла на подносе чарку и налила в нее золоченым черпаком сок хурмы. На ней было пятислойное одеяние зеленых и пурпурных тонов, а сверху — белое на зеленом исподе. Поверх она надела парадную накидку желтого цвета. Я подала напиток экс-императору. Камаяма настоял, чтобы я пригубила первый. Потом опять до самых сумерек продолжалась игра в мяч, а с наступлением темноты государь Кама-Яма при свете факелов возвратился к себе. На следующий день на Кайори принес мне письмо. «Что делать, не знаю. Твой образ является мне наявь не похожий. Но если я вижу лишь сон, к чему с пробуждением спешить?» письмо было написано на тонкой алой бумаге и привязано к ветке ивы. На тонкой алой бумаге, на бумаге алого цвета, обычно писали любовные письма. Было бы невежливо оставить без ответа это послание. Я написала на бледно-голубой бумаге стихотворения и отослала, привязав письмо к ветке сакуры. «Ах, право, что явь, что сон все равно в этом мире, где вечного нет, ведь и вишен цвет, распустившись, снова тотчас же опадает». Государь Камаяма и после этого неоднократно писал мне письма, полные сердечных излияний. Но вскоре я попросила приготовить карету и на время уехала из дворца в усадьбу моего деда Хё Букё. Меж тем в четвертую луну закончилось восстановление храма «Зал поучений» Тёко при дворце на шестой дороге, туда перенесли священные изваяния и разнообразную священную утварь. Состоялась церемония освящения. Службу отправлял преподобный Кого. Молитвы распевали двадцать священников младших рангов. Затем состоялось освящение павильона Тзётё. Службу отправлял преподобный Кэн-дзити. Придворные дамы прибыли на эту церемонию в пяти каретах. Я ехала в самой первой, на почетной левой стороне. На правой стороне сидела госпожа Гоку. На мне было семислойное косаде, расцветка постепенно менялась от нижнего красноватого к последнему зеленому, а сверху я надела светло-голубое длинное одеяние на розовом исподе. У госпожи Кёгоку косаде было пятислойное. Тона переходили от лилового к синему. Для последующих праздничных служб, которые должны были продолжаться в течение трех дней, я приготовила парадную накидку густого алого цвета, шаровара хакама, белое верхнее косаде и длинный шлейф. Государь пожелал устроить соревнование, кто сумеет лучше всех убрать миниатюрный садик. И всем вельможам и дамам двух старших рангов назначили маленькие участки во внутреннем дворе. Мне достался участок, обращенный к востоку, такой же, как перед моими покоями во дворце Томинокодзи. В моем садике я установила маленький крутой мостик, красиво изгибавшийся над миниатюрным потоком. Но самое забавное, что ночью Дайнагон Дзенсёдзи потихоньку унес этот мостик и установил на своем участке, в своем саду. Дни шли за днями. Кажется, наступила уже восьмая луна, когда на государе вдруг напала хворь. Не то чтобы тяжелый недуг, а все же какое-то затяжное недомогание. У него совсем пропал аппетит, то и дело прошибало испарина. И так продолжалось много дней к ряду. Что это с ним? Встревожились люди, призвали лекарей, те стали делать прижигание моксой чуть ли не в десяти точках тела одновременно, но больному нисколько не полегчало. Тогда, кажется, уже в девятую луну, начиная с восьмого дня, стали служить молебные во здравие. Семь дней к ряду непрерывно возносили молитвы, но ко всеобщему огорчению состояние больного не улучшалось. Замечу, кстати, что служить этим молебного дворец прибыл тот самый священник, настоятель храма Добра и Мира, который этой весной признался мне в любви, проливая обильные слезы. С тех пор, когда мне случалось ездить в храм Добра и Мира с каким-нибудь поручением от государя, он всякий раз твердил мне слова любви, но я всегда старалась как-нибудь замять подобные разговоры и, по возможности, уклониться от встречи с настоятелем. В последнее время он стал писать мне нежные, полные страсти письма и настойчиво добивался какого-нибудь ответа. Это было слишком докучно. Я оторвала кончик бумажного шнура, которым связывают волосы, и написала всего два слова напрасные упования. Записку эту я не отдала ему прямо в руки, а просто тихонько оставила и ушла. В следующий раз, когда я опять приехала с поручением, он бросил мне ветку священного дерева бадьяна. Я незаметно подняла ветку, и когда хорошенько рассмотрела в укромном месте, увидела, что на листьях написано «Рукава увлажнив». Эти листья сорвал я с бадьяна. Все в рассветной росе. Пусть несбыточны мои грезы, Только в них нахожу отраду. Стихотворение показалось мне настолько изящным, что с того дня я стала думать о настоятеле с несколько более теплым чувством. Теперь, когда меня посылали за каким-нибудь делом в храм, Сердце невольно волновалось, и если настоятель обращался ко мне, я отвечала ему уже без смущения. Он-то и прибыл во дворец, чтобы молиться о выздоровлении государя. Нехорошо, что ваш недуг длится так долго. Весьма обеспокоенным тоном сказал он, беседуя с государем, и добавил, перед началом службы пришлите кого-нибудь в молельню, пусть принесут какую-нибудь вещь. Заменитель из вашего личного обихода. Заменитель, один из приемов защитной магии, состоял в том, чтобы произносить заклинание или молитвы, имея рядом с собой какой-либо предмет, принадлежащий человеку, ради которого совершалось это таинство. И в первый же вечер, когда должны были начаться молитвы, государь приказал мне «возьми мой кафтан и ступай в молельню». Придя туда, я застала настоятеля одного, очевидно, остальные монахи разошлись по своим покоям, чтобы переодеться к началу службы. Я спросила, куда положить заменитель, и настоятель ответил «туда, в коморку, рядом с молельным залом». Я прошла в соседнее помещение, там ярко горел светильник, как вдруг следом за мной туда вошел настоятель в обычной повседневной одежде. «Что это значит?» — подумала я, охваченная тревогой, а он промолвил. «Я заблудился во мраке страсти, но милосердие Будды поможет мне. Он простит». Внезапно он схватил меня в объятия, я пришла в ужас. Но ведь человека столь высокого ранга невозможно резко одернуть, прикрикнуть, как вы смеете. Я, сдерживая себя, твердила только «нет-нет, мне стыдно Будды, я боюсь его гнева». Но он так меня и не отпустил. Сном, наваждением показался мне наш поспешный и торопливый союз, и не успел он закончиться, как послышался возглас, время начинать службу. Это в молельный зал стали собираться монахи, сопровождавшие настоятеля, и он скрылся через заднюю дверь, бросив мне на прощание сегодня ночью, попозже, непременно приходи еще раз, и с этими словами исчез. Вслед за тем сразу донеслись голоса, распевающие молитву, началось богослужение, как будто ничего не случилось. С каким же сердцем он предстал перед Буддой и возносит молитву сразу после такого святотатственного поступка, — подумала я, содрогаясь от страха при мысли о столь тяжком грехе. Ведь присноблаженный Будда все видел. Из молитвенного зала в коморку проникал отблеск ярко горевших огней, а мне чудился непроницаемый мрак загробного мира, куда неизбежно предстоит мне сойти после столь тяжкого прегрешения, и страх терзал меня и больно сжимало сердце. Но хоть я и наполовину не разделяла страсти, которую питал ко мне настоятель, все же поближе к рассвету улучила момент, когда кругом не было ни души, и, таясь, пошла к нему на свидание. На сей раз служба уже закончилась, и наша встреча протекала несколько более спокойно, не так суматошно, как Давиче. Было трогательно слушать, как он в слезах, задыхаясь, твердил мне слова любви. Вскоре забрежил рассвет. Настоятель почти силой заставил меня обменяться с ним нижним шелковым косаде. На память о сегодняшней встрече встал, надел мое косаде, и мы расстались. И хотя расставание причинило мне отнюдь не такую грусть, как ему, все же он по-своему стал мне дорог. Его облик проник мне в сердце. Мне казалось, я никогда его не забуду. Вернувшись к себе, я легла и вдруг ощутила что-то шершавое у края одежды, которой мы только что обменялись. Оказалось, это бумажный платочек, какие обычно носят за пазухой, а на платочке стихи «То ли явь, то ли сон, сам не знаю, что это было» но печально струит с предрассветных небес сиянье светлый месяц ночи осенней. И когда только он успел написать это, дивилась я до глубины души, растроганная столь проникновенной любовью. С тех пор я встречалась с ним каждую ночь, как только удавалось улучшить время, и с каждой встречей чувство, соединившее нас, становилось сильнее. И хотя мне было страшно, что на сей раз молебны служат с грехом на сердце, и я стыдилась при чистого лика Будды, тем не менее, на двадцать седьмой день богослужения болезнь государя пошла на убыль, а на тридцать седьмой день молебны закончились, и настоятель покинул дворец. На какой же счастливый случай отныне мне уповать, говорил он. Пыль покроет место у алтаря, где я читаю молитвы. Священный огонь, что я возжигаю пред ликом Будды, угаснет, развеется навсегда, ибо я стал пленником пагубной земной страсти. Если ты любишь меня так же сильно, как я тебя, облачись в рясу, затворись где-нибудь в глуши гор, живи, не ведая страстей и страданий, всем быстротечном, непостоянном мире. Так говорил он. Но мне казалось, это, пожалуй, уж чересчур. Мне было жаль его, когда, расставаясь со мной, он встал, и рыдания его сливались с колокольным звоном, возвестившим наступление утра. Когда он успел научиться столь искусным любовным речам, невольно дивилась я, глядя, как рука в запруда бессилен задержать поток его слез, и тревожилась, как бы люди не проведали его тайну как бы ни пошла дурная слава о настоятеле. Итак, молебны закончились, настоятель уехал, а мне стало еще печальнее на сердце. В девятую луну в новом храме при дворце на шестой дороге состоялся пышный праздник возложения цветов на алтарь. На праздник пожаловал прежний император Камаяма. Женщины, взволнованные, старались перещеголять друг друга нарядами, готовясь предстать перед Камаямой. Но для меня все эти торжества были лишь поводом для печали. Я стремилась только к уединению. Когда возложение цветов окончилось, оба государя уехали в загородную усадьбу Фусими на грибную охоту. Там, в пирах и забавах, они провели три дня, после чего снова возвратились в столицу. Министр Коноэ тоже должен был ехать с ними, но что-то помешало ему, и он прислал государю письмо стихи. «В благоденствии дивном, да продлится твой век, государь! Вознесись же над нами, как сосна молодая, чьи ветви осеняют гору Фусими». Государь ответил, «Над Фусими горой вековые могучие сосны с незапамятных лет государева древа ветви осеняют страну Ямато». В позапрошлом году, в седьмую луну, я недолгое время жила дома и перед возвращением во дворец заказала одному мастеру изготовить для меня веер. Я послала ему палочки из камфорного дерева и бумагу, всю в мелких золотых блесках, посредине бледно-голубую, по краям белую. На этой бумаге я нарисовала только воду, ничего больше, и на этом фоне написала белой краской всего два иероглифа «Струйка дыма». Дочка мастера увидела мой заказ, и так как она тоже была незаурядной художницей, то на поверхности, изображавшей воду, нарисовала поле, заросшее осенними травами, и написала стихотворение «Не забуду же красу небо на Невы ночью осенней, хоть в заливе ином доведется тебе, быть может, любоваться полной луною». На Нева залив, на Нева старинное название современного Осакского залива на острове Хонсю у города Осака. Рисунок этот отличался от моей манеры расписывать веера, и государь принялся настойчиво расспрашивать, какой это мужчина подарил тебе на память сей веер. Мне вовсе не хотелось, чтобы он в чем-то меня заподозрил, и притом понапрасну. И я рассказала все, как было. И тут, восхищенный красотой рисунка, он вдруг загорелся необъяснимой страстью к этой юной художнице, которую и в глаза-то не видел, и с тех пор в течение добрых трех лет то и дело приступал ко мне с требованием непременно свести его с этой девушкой. Не знаю, как ему удалось ее разыскать, но в этом году, в десятый день десятой луны, под вечер, она должна была, наконец, прибыть во дворец. Весьма довольный государь облачился в нарядное одеяние, когда Тюдзё Сукаюки доложил особо, о которой вы изволили распорядиться, пожаловала согласно вашему приказанию. «Хорошо, пусть подождет» не выходя из кареты, возле беседки над прудом у южного фасада дворца со стороны проезда Кёгоку, — отвечал государь. Когда пробил первый вечерний колокол, эту девицу, о которой он мечтал целых три года, пригласили войти. В тот вечер на мне было двойное нижнее одеяние, зеленое и оранжевое, лиловой нитью, на нем были вышиты побеги плюща. Поверх я надела прозрачное темно-красное одеяние и алую парадную накидку. Как обычно, государь приказал мне проводить девушку, и я пошла за ней к подъезду, где стояла карета. Когда она вышла из кареты, весь ее вид, начиная с громкого шуршания ее одежд, показался мне сверхожидание вульгарным. «Ну и ну», — подумала я. Я провела ее, как всегда, в небольшую комнату рядом с жилыми покоями государя. Сегодня это помещение было убрано и украшено особенно тщательно. Воздух благоухал заботливо подобранными ароматическими курениями. Платье девушки было сплошь заткано рисунком, изображавшим огромные веера. Поверх него двойное косаде на зеленоватом исподе и алые шаровары хакама, причем все это топорщилось от крахмала и торчало сзади горбом. Точь в точь, как заплечный мешок для подаяния у монаха со святой горы Коя. Коя гора на полуострове Ки, современная префектура Вакаяма, где находился и находится по настоящее время один из крупнейших монастырей центров буддизма, особенно популярный в средние века. Видно было, что этот наряд для нее непривычен, и она чувствует себя неловко в таком убранстве. Лицо у нее было красивое, нежное, черты четкие, правильные, поглядеть-то красавица. Но все-таки благородной девицей не назовешь. Высокая, в меру полная, светлокожая. Служая она во дворце, вполне могла бы быть главной дамой на церемонии августейшего посещения Государственного Совета, если, конечно, причесать ее подобающим образом и нести за государем его меч она уже здесь, — сообщила я, и государь появился в кафтане, затканном хризантемами, и в широких хакама, распространяя на сто шагов вокруг благоухание ароматических курений, которыми был пропитан его наряд. Аромат этот, сильный до одурения, носился в воздухе, проникая даже ко мне за ширму. Государь обратился к девушке, и та, без малейшего смущения, бойко отвечала и болтала в ответ. Я знала, что такая развязность не в его вкусе, и мне невольно стало смешно. Меж тем уже наступила ночь, и они улеглись в постель. Как всегда, я обязана была находиться рядом с опочивальней. А дежурным по дворцу в эту ночь был никто иной, как и Нагон Санэкане Сайондзи. Ночь еще только началась, когда в соседнем покое, судя по всему, все уже закончилось. Просто удивительно, как недолго длилось это свидание. Государь очень скоро вышел из опочивальни и кликнул меня. Я явилась. «Как все это скучно! Я крайне разочарован», — сказал он. «И мне, хоть и в чуже, стало жаль эту девушку». Еще не пробил полночный колокол, а ее уже выпроводили из дворцовых покоев. Государь в скверном расположении духа переоделся и, даже не прикоснувшись к ужину, лег в постель. «Разотри здесь!» «Теперь здесь!» — заставил он меня растирать ему плечи, спину. Полил сильный дождь, и я с жалостью подумала, каково-то будет девушке возвращаться. «Скоро уже рассветет!» «А как быть с той, кого привез Сюка Юки?» — спросила я. «В самом деле я и забыл», — сказал государь. «Поди посмотри». Я встала, вышла, солнце уже взошло. Возле углового павильона, у беседки над прудом, я увидела насквозь промокший под дождем кузов кареты. Как видно, она так и простояла под открытым небом всю ночь. «Какой ужас!» — подумала я и приказала. «Подкатите сюда карету!» ©